Друзья, добрый вечер вам. Здравствуйте. Чатик. Приветствую. Как только не это, советы. Да, уже какая трансляция у нас без запретов на советы и без каких-либо ограничений. Главное не спойлерить сюжетную линию. Вот. Добрый вечер. Продолжаем играть в Baldur's Gate. В прошлый раз мы с вами... Позапрошлый раз мы отбили лагерь беженцев, друидов защитили. Судя по всему, они перейдут там тоже в врата Балдура дальше. Возможно, с ними продолжится какая-то линия. Справились, соответственно, с лидерами гоблинов. Это позволило нам ворваться в уже достаточно пустой лагерь гоблинов. Да, тут все равно было, наверное, человек 50, несколько боев. Но, тем не менее, расправиться с большинством. Мы нашли пару выходов. Правда, почему-то дверь не подсвечивается. Кажется, здесь была дверь где-то в этом районе, в противоположном тоже. Надо сейчас исследовать северную часть этого подземелья, лагеря гоблинов. Ну и потом уже принимать решение... А, перегрузка у сокола. Что случилось? Ну что случилось? Что он? Сокол лутает. Во-первых, мы взяли из героя поверженного тут какой-то молоток. Много всякой фигни, квестовой, не квестовой. Очередной образец элитического паразита, которых я не допускаю. Ну, то есть есть выбор в игре. Этих образцов, кажется, три у нас уже. Идти с ним на контакт или не идти. И вроде как наше видение и наше... Как его там назвать там? Не повелителя, как он там, как покровитель, наш покровитель рекомендовал это делать, но мне как-то боязно общаться с чужими червяками. Вот, и я пока не пускаю. Привет, Чар-09. Сейчас мы потихонечку исследуем северную часть, посмотрим, чего тут нет. Мертвые, что тут есть, чего тут нет. Мертвые летиды, с которым пытался поговорить, соответственно. Нам повезло, что нас не вычислили. Что, оказывается, мы были на корабле. Надо перегрузку все-таки убрать у главного героя. Че шлемак? Шлем, храбрец, лук, выносливость. Средняя броня. Шлемак, кстати, у нас же шлемаки обычные абсолютно. Давайте тоже Карлах передадим. И посмотрим, может быть, она что-то может... Надеюсь, да, она вообще без шлема. Так, проверки на выносливость плюс один. У нее мечик плюс один. Сам, почему я ношу мечик за нее? Потому что у него урон хороший и есть защита тира. То есть там еще плюс 2 единицы защиты закидывается к классу брони, к общему. Но она страдает меньше колющего урона. Ей бы вообще поднять еще броньку. Как-то неубедительно она выглядит. Жмяк и правой кнопкой на шмот отправляй в сундук лагеря. О, кстати, да, можно, точно. Сундук лагеря. Но я вообще могу перекинуть остальным. Взять вот так вот через shift раз и весь... Всю фигню перекинуть Карлах. Она наверняка там далеко от перегрузки. Да, давайте заберемся наверх. Вот, наша команда в Соколик. Они все идут уже к пятому левелу. Чуть-чуть не хватает, а пятый левел прям будет очень хорошим. Ну и тут все левелапы на самом деле приносят массу полезных вещей. Сокол у нас плут. Великолепно отстреливает, инициирует. Работает точечно по целям. Shadowheart в качестве поддержки, но она, у нее меньше всего... Ну, у меня меньше всего понимания, что у нее за роль. Да, она там кидает блэс, да, она может подлечить. У нее весьма неплохой есть вот этот вот направляющий луч, которые, мало того, что наносят приличное количество урона, так еще и преимущество следующей атаки. То есть она с соколом сочетается хорошо. Конечно же, Карлах, варвар с великолепным уроном, с дополнительными ударами. Железные врата какие-то. Ага, ключ. И тут сокровищница. О-о-о. Огромное количество сундуков. Ну, это типа один. О-о-о. И тут 500 золота. Тут какие-то... Ботинки бодрой ходьбы. Совершив боевой рывок или сходный, получает импульс. А импульс что такое у нас еще разок? Да, дальше скорость перемещения. Дальше скорость перемещения. Кому бы это оставить там?
Перчаточки, испытания по силе. Владелец получает преимущество при высоких атаке ближнего боя, если его окружает враги числом не менее 2. Но это Карлах переходит. Перчаточки. Испытание по силе и преимущество при бросках атаки. А преимущество это, когда кидается 2 дайса и выбирается более высокое значение. Да, 2 кубика, используется большее значение. Все, понял. Тогда это точно идет Карлах. Это ориентировочно. Блин, кому это идет? Кто у нас рывок использует вообще? Рывок это перемещение далеко-далеко. Можно соколу выдать? На 3 хода получает эффекты импульса. Да, наверное, соколу. У него больше всего требований к позиции. Так, и амулет какой-то. Фокус эвокации. Солнце, луны. Что за фокус-покус? Сон. Союзники, к которым вы прикасаетесь, могут восстанавливать очки здоровья, но могут погрузиться в сон. Испытание по выносливости. Прикасаетесь. Нужно тоже проверить. Это Shadowheart. Вдруг... Ну, это по сути такое легкое лечение на уровне фокуса. То есть это не заклинание. Стало быть, мы можем использовать без лимитов во всех сражениях. Адское железо для квестов. Дамон может подлатать. Хорошо. Это кузнецу в роще друидов, да? Скорее всего, к тому же самому кузнецу нужно идти. Давайте посмотрим. Во-первых, ожерелье берем раз. Второе, Карлах берет перчатки. Хотя, блин, у нее перчатки классные. Когда владелец решает прекратить ярость, получает 15 временных очков здоровья. Ну, блин. Ну, ближний бой. Не, давай так попробуем. Соколу попробуем выдать те самые ботиночки. Да, вместо паутины. Это можно отправить Гейлу попытаться. Возможно, у него... Да, у него ботинки вообще никакие... Неплохой апгрейд получился. Shadowheart им балансный приз, у которого все самое крутое и разнообразное. Дикий урон, супер бафы прям в бою. Но я не научился, видимо, ее еще готовить. Вот в чем дело. Собираем еду. Тут ее тоже очень много. Всякие сосисочки, выпивка, морковочка. Угу. И на этом уровне, кроме всего прочего, можно наверх позабираться, можно вниз спуститься к паукам. Я видел, что они там все еще бродят. А что у нее за супербафы? Может быть, мы не дожили, кстати, до супербафов Shadowheart. Можно, знаете, что попробовать? Метнуться в лагерь, тем более нам восстанавливать очки заклинаний. Да нет, все вроде нормально. И попробовать ее с чистого листа переучить. Обдуманно выбирая классы, подклассы, заклинания разного уровня, потому что есть вещи, которыми я, в принципе, не пользуюсь. Вот, и заменить на что-то более... Я сменил Shadowheart домена бана на жизнь, теперь она топ-хил. Вот, возможно, как, кстати, домейн, домен, как он там называется. Последователь, это что? Как это правильно? Так, и вниз надо, можно как-то. Видите, там паучки третьего уровня, гигантский паук. Только вот как мне туда спускаться, чтобы не сломать никого, ничего. Туда вообще людей скидывали просто. Я могу их расстрелять? Вот так вот сверху. Давайте попробуем сначала от них избавиться, потом попробуем спуститься. Погнали. А, путь перекрыт. Как путь перекрыт? Ты прям видишь их. Вот, сейчас не перекрыт. Раз. Пауки могут прыгать. Они меня не видят. Пытаюсь добить второго. Точнее, первого. 10 экспы. Смотрим, как он будет себя вести. Так. Ну, как-то по мелочи сейчас его разогреем. Этого паука нам.
чем можем. Так. Щит спасает мага. Паукан куда-то попытался побежать. Сокол мажет 90-м. Да, слабенько, я понимаю. Причем направляющий луч есть второго уровня. Возможно. Ух ты. Есть. Но они мелкие, видите, всего по 10 единиц опыта дали. Да, давайте в следующий раз, когда... Давайте, чтобы не откладывать, я быстренько вернусь в лагерь и попробую реально Shadow Heart как-то по-другому прокачать, потому что... Так, а где у меня... Где у меня товарищ, который... Я что-то андеда не вижу нашего. Может быть, он недоступен из этого лагеря локального. Хальсен стоит, но пока не присоединяется. Здесь Уилл, Шедухарт. Не вижу я андеда нашего. Мне кажется, что это возможно только из общего лагеря. Ладно, раз уж я пришел, давайте отдохнем быстренько. Либо, говорит, о, совух пришел. На алое пятно на лапе. Кровоточит, да? Я не взял еще разговор с животными. Дрессировка шепотом. Успокоить. Блин, надо... Добавляем бонус, пытаемся прокинуть. Не прокинули. Блин, нужно заклинание, повторный бросок, но последний. 13, еле-еле. Надо разговор с животными брать где-то. Медведисычек смотрит, медвесыточек смотрит на себя влажными глазами, грустно урча, протягивает лапу, показывает рану. Так. Спокойно, без лишних движений. Что, прям хилим? Природа, медицина, выживание. У меня все плохо просто. Осмотреть рану. Блин, вообще. Ну, выкидываем, хорошо. Крит успех. Неглубокая рана с рваными краями, наверное, от грубого гнолевого клинка. Ля, какой симпатичный, смотрите. Ну, не факт, что... Ну, у меня просто проверок никаких. Я рискую, но получается. Рана затягивается. Медведисычек требует... Пробует ступить на лапу. Очаровательный малыш. Вот если бы не вонь гнилого мяса. Укротитель. Получает вдохновение. Ну, надо было... И немножко опыта, да? Отдыхаем. Так, возвращаемся. Надо будет в общем лагере попытаться переучить. И что делать с вход в пещеру? Там внизу еще уровень. Пройти через горный перевал. Это близко к основному квесту. Может быть, я могу как-то спуститься, не ломая себе ноги. Это вот эти вот 12 хитов. А, я могу прыгнуть в паутину? Она мягкая, что ли? О, класс. Класс. Хорошо, давай тогда всеми пытаемся допрыгнуть. Я не знал, что в паутинку можно без проблем запрыгнуть. Так, спустились, группируемся. Дальше давай уже осматривать трупы пауков, в первую очередь. Тут Смитин, которого скинули. Не могу пройти. В паутине застрял. Он пустой. Ну, естественно, они же его сначала помучили, подлутали, а потом уже... Так, вижу рычаг еще какой-то, да? А, и вот, собственно, как я сюда мог попасть. Через главный проход, оказывается. Вход в пещеру, окей. Давай пока осмотрим
Краси Скарлайо говорит, приветствую, пропустил прошлую часть, Сокола респектнули обратно в Рейнджер. Не-не-не, он как раз показал, что все в правильных руках. Буяк Комарик. А, помните, здесь еще Агриха была, телохранительница, которую я тоже оставил на потом. Ну ладно, раз уж я здесь, давайте в пещерку попробуем зайти. Сокол отлично стреляет. Справляется. Блин, ну хотя бы Сокол, давай иди. Так. Паучье яйцо. Опять у нас пещера с пауканами. Похожим. Прошлую мамку я еле-еле с ограми убил. Что здесь? Еще похоже на тупик. А-а-а. Прохода нет. Но я могу наверх запрыгнуть, скорее всего. Недостаточно места. Странное крайне место. Странное, очень странное место. Типа, может быть, отсюда ты можешь свалить. Ну, я бы, если бы запрыгнул, мог сюда-сюда запрыгнуть. Но даже это непонятно к чему приводит. Похоже, это способ, типа, ливнуть, если тебя скидывают в яму. Ну, или ты там оказываешься, чтобы там перекантоваться как-то или еще что-то. Паучьих яиц очень много. Но не вижу способа здесь вообще взаимодействовать. Ладно. Special Key говорит, если Соколу взять два уровня рейнджера, чтобы бонус от лука получить, дамаг и метку, остальное в рогу. Да, мультиклассом может быть, может быть. Потому что если решить проблему с меткостью... Метка, кажется, не решает проблему с меткостью. С меткостью. Метка добавляет 1d6 дополнительного урона, если я правильно помню. Так, давайте, наверное, тогда к этой, к огрихе зайдем. Кажется, через эту дверь надо было идти. Угу. Угу. Так. Поушен на спылы с прыжки, может быть. Да там все равно тупик. Да, и вот она. И здесь, скорее всего, будет у нас очень сложный диалог, мягко говоря, потому что это телохранительница Полма. У тебя нет разрешения тут находиться. Лучше уйти по добру, по здорову. Тысяча извинений, пытаться убедить, что ты здесь... Считай, меня здесь уже нет. Окей. Да надо подготовиться. У нее, скорее всего, проблемы с ловкостью. То есть, шикарная выносливость. Да, проблемы с ловкостью. То есть, она будет падать. Хорошо. Попробую соколом инициировать. Блин. Бегите, бегите все. Ай, не успел. Не успел. Второй выстрел хороший на 25. Вау, и она еще кастует. Окей. Да я уже не вижу смысла маслице разливать. Что по резистам у тебя, родная? Временное враждебное состояние, неочередная метка огра, ночное зрение. Ничего сверхъестественного, да? Давай тогда Shadowheart у нас... Блин, а вот это плохо. Давай попробуем все-таки масло разлить, что-то не нравится мне это. Ага, масло не разливается, потому что там факел был. Масло тут же загорелось. Ну погнали Shadowheart тогда с ней разбираться, пытаться. Сокол пытается уйти с обзором.
пострелять. Это удается. Атака по возможности, но она успеет к соколу подбежать. Это плохо. Бах, нано просто 32 по лицу. Сокол лежит. Ну а что вы хотели? Тут такая дубина просто огромная. Но справились, ладно. Упал мы в инвентаре сумка с припасами. Так, и надо сокола поднять. Поднимаем его. Исцеляющий молебен на всех действует, да? Ну, сокол отхватил хорошенечко так. Кошки в шоке. Да-да-да, это Триса начинает. Она первый раз за сегодня решила помяукать. Настолько вызывающе. Так, что там? Кошель нашли. Золотое кольцо, немножко золота. Обычный яд. Ключ от висящего замка. Эликсир магического развития. Что это такое? Это книга вообще. Что за книга? Прочесть. Книга заплесневела и вся в пятнах, оставшихся, похоже, от звериных кишок. Но один рецепт тебе удается разобрать. В помощи другим есть радость, которую я так и не смог... Которую я так и не смогли познать. У меня самих нет способностей к управлению плетением напрямую, но я никогда не забуду выражение любопытства на лице Никроса. То выражение, что было у него, когда он готовил это зелье. Оно наполняет мое тело успокаивающим электричеством. Я и не подумал бы, что такое возможно. Купорос узорчатого меха, мха точнее, сублимат белладонны. Небольшими порциями добавляя сублимат в купорос из узорчатого меха, тщательно перемешивая, пока оба экстракта не соединятся воедино. Слегка взбалтывая, поставь на маленький огонь и оставь на солнце, чтобы сгустилось и стала осязаемой волшебной энергией. Ну, очень похоже, да, на эликсир магического развития. Эликсир. Может быть, покрафтить что-нибудь? У нас есть возможность сделать зелье чтения мысли, но у нас одно есть. Простой токсин можно скрафтить, но он тоже есть. Шафранчик непонятно. Соли. Эссенции. Ну тут что-то кажется, что рановато лезть. Надо просто собирать и смотреть, что будет потом. Транзистор, спасибо за переподписку. Ой, еще Денис Швацкий поддержал, говорит: привет, играл в Baldur's Gate 2 и Neverwinter Nights. Если да, повторил бы опыт. Играл в Baldur's Gate 2, играл в Icewind Dale, играл в Edong Baldur's Gate Throne of Baal, но это было где-то в районе, не знаю, первого-второго курса вуза, не перепроходил. Это было очень давно. Так, обыскиваем дневник жрицы, давайте прочитаем. Большинство страниц этого старого дневника вырвано, вероятно, чтобы пустить их в растопку. Таким образом, пересекающиеся круги позволят привести полные луны в соответствии со звездами, в то же время отбросив тьму вниз, где и место. Этот разлом подземелья останется запечатанным. Признаю, что конструкция недостаточно защищена от посторонних, но мне пришлось пожертвовать сложностью ради долговечности материала. Раньше я не понимала, для чего Селуна направила меня в зал чудес служить жрице в этом храме. Возможно, в этом причина. Пройти через подземелье, то есть это еще какой-то... В одном из залов древнего храма находится потайной вход в подземелье. Отсюда мы сможем попасть в лунные башни. Так мы это уже знаем. И Хальсин рассказал, что есть горный... Ага, перевал может быть опасным. Друида спасли, завершено. Принять свой потенциал, это вот под вопросом квест. Давайте попробуем, ладно, что, нам не зря же. Наверняка большинство этих паразитов пускают себе. Будь что будет, съесть. Элитические способности открываются. Поглощение личинки позволяет вашему персонажу открыть любую способность. Что? Новые способности? Что? Тут еще прокачка. У
Господи, тут уроны какие-то. Так, перенос здоровья. Пожертвуйте половину оставшейся у вас очков здоровья, чтобы исцелить цель, восстановив ей такое же количество здоровья. Ваши атаки дополнительно наносят 1-4 психического урона, и вы каждый раз получаете 1-4. К вашему первому броску атаки или первой проверке характеристик будет прибавиться бонус умения. Вот это соколу, наверное, лучше. Пассивочка, ничего не требует, урон мы не будем получать. Но будем зато точнее стрелять. Бросок атаки — это же точность попадания, а не урон. Кажется, это сам факт, попадет или не попадет. Бонус умения. Это наша ловкость, то бишь четверка. Этой пассивкой мы фактически компенсируем штраф на минус 5 по пассивке на 10 единиц урона. Блин, класс. Все, паразит пополз. Ва-а-а-а. Дальше открывается удача каждый раз, когда он будет на атаку. Критически. Что? Удача дальнего? Что? Крит. Ва-а-а-а. Сокол. Каждый раз, когда вы успешно выполняете бросок атаки по врагу, ваш обычный превращается в крит. Ё-моё. Соколик. Оказывается, ничего плохого нет в этих... Не развивай личинуса, подумай. Нормально все. Соколу отлично. Теперь он, кажется, может уже на постоянку пассивку вот эту вот... А, он уже стрелял по паукам с пассивкой, там было 75. Но это из-за того, что он был выше. Сейчас будет просто 95, скорее всего. Потому что фактически четверка бонусной точности, ну это 4 от 25, это 1/5 часть, то есть 20%. Если я правильно понимаю, как... Ну, если не учитывать там всякие блессы, помехи и прочее. Ну, хорошо. Очень даже хорошо. Отсюда мы пришли, и есть спуск дальше, да? Или это альтернативный заход? Похож на... Но я здесь не был. Соколик сейчас так будет шотать. Он будет критовать из инвиза с бонусным уроном. О, каменистая расщелина. А, это для мелких. Еще прыжки. Вот сюда, возможно, запрыгнуть. Ну, не зря же здесь. Давайте разгруппируем. Да, ну брось. Все верно делаешь, юный послушник. Во имя тентаклей и Ктулху. Я могу сюда забраться. Возникает вопрос, зачем? Я отсюда ни черта не вижу. А, там есть трубчанский, который можно как минимум подлутать. Да, и тут как раз типа секреточки, видите? Золото приличное и слиток. Обшарим лагерь гоблинов. О, интересное местечко. Ой, тут квестовая вещь. Стоп, стопы. А ну-ка, все в хайд, пожалуйста. Каменный диск. Такое впечатление, что вход, вот этот вот, который здесь, он, возможно, показывает нам рисунок, который мы, возможно, должны собрать. Вот эти вот штуки, скорее всего, двигаются, их 4. И что это за квест? Открыть потайной ход в подземелье, понятно. Так, ну... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Два глаза по центру. А беленьких сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чуть не сходится. Пум-пум-пум-пум-пум. А, и какие-то из них... 7-7. Это явный рисунок. Давай тогда разгруппируем товарищи, чтобы было проще. Карлах пойдет смотреть. Возможно, тут будет ловушечка. Ты должен был тебе уничтожить личинуса, а не примкнуть к ним. Ну, он у меня изначальный. Мне говорят, что он хороший. Ты можешь раскрыть свой потенциал. Об этом упоминалось в лунном дневнике, оказывается. Так, но если мы смотрим
Вот это вот мне нравится, то, что вертикальное. Раз, два, три, раз, два, три. Могу я ее повернуть так, чтобы она смотрела... А, не могу. Не, могу. Вот так вот. Нет, не так. Хорошо, давай с другой стороны попробуем начать. Раз, два, три, четыре. А, может быть, центральный символизирует вообще дверь открываемую. То есть нам надо ориентироваться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как-то так. Какая-то странная симметрия. Которую вообще я смогу добиться. Тут на одной две штучки. Может, она развернута не в ту сторону. Я пока без поиска лунного дневника, хотя наверняка у меня где-то в инвентаре эта хрень есть. Я не брал, на самом деле, дневники, записки, подсказки приветствуются. Не, вот подобного рода подсказки не нужны, пожалуйста. Это подсказки, может быть, по механике, по интерфейсу. Вот подсказки на квестах, особенно когда ты только начинаешь их пытаться решить, они не нужны. Пожалуйста, не надо. Так, окей. Пам-пам-пам-пам-пам. Мне вообще кажется, что вот эта вот штука является определяющей. То есть, учитывая, что она отличается от всех четверых наличием двух... только двух из трех. Они друг друга еще перекрывают. Да, ведь... Или мне показалось? Не, здесь вообще единичка. Единичка, тройка. Единичка, тройка. Стопы. Они двигаются вместе с этим. То есть вот эти вот штуки, они цепляются и перемещаются. То есть, возможно, нам действительно нужно... Нужно привести к этому рисунку, да? Пивотехник говорит: Михаил, приветствую. Ты все пытаешься сестринскую попасть по лампам на потолке. Не, ну здесь как-то более очевидно. Просто сложнее будет перетащить. Учитывать ли глаза или не учитывать? Учитывать глаза, не учитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот эта вот симметрия, она вот центральную-то мы не можем туда поставить. Но если это вершина, то возможно... Да, ну не так. Оно как будто бы не по центру. Может, нам вообще нужно сделать по этим, по периметру собрать все. Раз, два, три, четыре. По низу, да? Сколько там их? Раз, два, да, похоже. Раз, два, и эти три, четыре. Давайте с четырех нижних начнем. Игнорим глаза. Получается, что игнорим глаза. Нет, не ты, пожалуйста, не ты, стой просто. Здесь вот стой. Карлах, начни с того, что ты делаешь две штучки внизу. Так, зафиксировали. Дальше меняем пока что так. Нужна ли нам вот эта штука? Скорее всего, не нужна. Блин, жалко, что... Раз, два, три, они ровно как будто. Раз, два, вот эта штука не нужна. То есть два глаза, а вот эту не учитываем. Давай тогда сделаем раз, два, три, четыре еще разок. Без вот этой центральной. Как нам это сделать? Как нам это сделать? Нам надо крутить. Убрать, наверное, одну штуку отсюда. Чтобы там пустышка просто была, да? И крутануть... Вот это вот почти полностью. Раз, два и три.
То же самое сделать с верхней. Вот так, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, кое-как. За уши притянут, конечно, но... Теперь. Надо избавиться от вот этих. Вот эти вот две остались. Ориентировочные — это два глаза. По предварительной версии. То есть мы их просто переносим. Крутим верхнюю один раз, и все, что ли? Конечно, и все. Сейчас я... На полчасика играть. Ну, не один раз. Три раза, чтобы вот эти вот две оказались по центру. Ориентировочно так, не? Да, нет? Хрена с два. Похоже. Раз, два, три, четыре. Центральные глаза. Раз, два, три, четыре. Центральные глаза. Верхние у нас по умолчанию нет. То бишь нет. Ну, верхняя по симметричности она не может быть, не может находиться там, потому что здесь, видите, пусто. Может... А, тут еще один такой же рисунок, но он абсолютно такой же. Раз, два, три, четыре. Могли бы быть глаза выше, скажем, но мы этот вариант просматривали. Вариант... Вариант, что глаза находятся вот здесь вот. Пам-пам. Возможно. Но по рисунку они ближе... Да, по рисунку, кстати, они здесь и должны находиться. Ладно, можем ли мы простым образом вот эти вот две штучки перенести сюда? Да вообще можем, это несложно. Ну, несложно, я погорячился, конечно. Чтобы сохранить, надо их местами поменять, да? То есть мы крутим эту штуку до пустышки. Дальше крутим так. Так. После этого ставим на эту пустую... Вот эту штуку. И разок крутим сюда. Это типа правая сторона. То же самое надо сделать вот с левой. Ничего сложного. Это в какую сторону крутится? Так вот оно. Нет, но если так, оно бы уже сработало. Возможно, рисунок, который отображается, он нас пытается запутать. Может быть, журнал... Дайте лекарства, обратитесь... Вот в... надо еще попробовать квест тетушки Этель выполнить, говорят, интересный. Так, волос спасли, надо с ним поговорить. Находится песня ночи. Клинок, исчадие, спасти беженца завершено. Так, завершены задания, скрываем. Клинок, пылкая подруга, это персональные квесты. То есть... Хорошо... Она говорит, что в какой-то книге об этом рассказывалось. Возможно, стоит поискать конкретно вот здесь. Ну, типа, недалеко, потому что здесь были библиотеки, я даже их не трогал. Вот эти вот книжные шкафы. Попробовать поискать книжечку. Смотрим. Пустое. Открытое письмо об огнетении и павлинах. Что? Будни желтая газетенка. Уважаемый редактор, ваша позиция выгораживания смехотворной... Выгораживающее смехотворное ограничение, принятое в городе относительно животных, представляется недостойной, не чудовищной. Не пускать в город животных крупнее павлина. Вряд ли здесь... Трактат от монет душ тоже звучит неправильно. О смерти воскрешении. Фрагмент манифеста. Какова цена жизни? Там вообще иллюстрация должна быть, по идее. Пограничная философия. Еще
Сейчас быстро осмотрим доступные книги. Приключения Балдура в картинках. Это обман, тут нет никаких картинок. Записки прорицателя. Тоже не похоже. И выход. Ну, давайте осмотрим еще немножко. Потом вернемся к попыткам. Вот еще стопка книг здесь рядышком. Письменный стол с пером. В кровать можно лечь. Сундук пропустил, кстати. Тут, оказывается, амулет туманного шага. Туманный шаг. Вас окружает серебряный туман и телепортируется назад не то пространство, которое можете видеть. Это имба для сокола просто. Имба-амуль для сокола. Представляете, ТПшечка. Для человека, который, которому важно с правильной позиции стрелять. Поэтому талисман я передам человеку, у которого нет талисмана, например, Карлах. Карлах. Чтобы она могла, если захочет, лечиться или магу отдать. Так. Ну, это явно рисунок. Граулер поддержал, говорит, раз сегодня день советами, советую и я. Играть станет легче, если каждый раз выбрасывать 20-ку на кубики. Think about it. Спасибо, спасибо. Меня очень смущает вот это вот нечетное... То, что нам не хватает одной единички, понимаете? Одной единички не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а там точно девять. На рисунке. Да, здесь девять. Может, я как-то неправильно симметрию. Вот, кстати, может, так проще. О! О, мы можем так крутить, смотрите. Почему они... А почему они сами покрутились? Что? Вы видели? Так. У меня вчера в разговоре был класс сложности 30 как. Ну, так там же можно там 12 накинуть просто сверху. Бонусами всякими. Ну вот, меня смущает вот эта вот четкая симметрия. То есть финальная штука, она, скорее всего, символизирует проход. Она не символизирует картинку. То есть она говорит о том, что если ты правильно расположишь 8 оставшихся, то... А я, кстати, неправильно разместил 8 оставшихся. Это да, это да. Ой, слушайте, подождите. Это вообще нижние или не нижние? Раз, два, три, допустим, и четыре, допустим. Глаза где они, здесь или здесь? Возможно, вот эти вот и вот эти вот две надо закрывать. То есть не эти угловые, видите, они немножко сдвинуты вправо. Давай попробуем два варианта, по сути. Как это сделать? Это сделать, это сделать, это сделать. Двигаем правый и центральный как-то диск, да? Еще раз, что ты хочешь? Я хочу оставить точно нижние. Я хочу, скорее всего, оставить угловые, вот эти вот 3-4. Я хочу перенести два глаза наверх. Убрав левые. Подожди, а вот эти вот две штучки к чему тогда и относятся? У тебя получается вместе с глазами, да, ровно 8. Ровно 8.
Да, ты вот эти вот вещи просто наверх передвигаешь, и тебе должно... Ну, у тебя хватает, по крайней мере, этих штук. Окей. Тогда... За дело. За дело. Если мы просто крутим... Да вот он, просто крутишь разок, крутишь второй, все. Несколько раз второй только крутишь, потому что они вращаются в другом направлении. Вот так, да? Ну? Хрен тебе, говорит игра. Раз, два, три, четыре. Глаза пять, угловые шесть. Давайте здесь осмотримся, вдруг там... О, внимание, успех! Что-то интересное. Что-то интересное нашел. Так, полиция Траев приехал. Такое впечатление, что он, типа, увидел рисунок. Что больше... О, рычаг! Точно, еще что-то тыкает рычаг. А, у нас срабатывание идет по действию. Заперто. То есть, возможно, прошлая последовательность была правильна, просто надо было тыкать рычаг. Давай, окей. Это раз, два, три, это раз, и рычаг дергаем два. Но не уверен. Хрен тебе. Мол, ведрок и войди. Ага. Может, вообще... Суть вообще в каких-нибудь светильниках, например. Которые нужно зажечь. А не в этой штуке. Смотрите, у нас есть свечи, 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 свечи. Они симметрично расставлены. Ну ладно, не симметрично. Тут, похоже, еще что-то похоже на рычаг. А может, это вверх ногами? Может, надо всю конструкцию перевернуть? Может, это символ звезды? Как раз. А не, это символ двери. Вы понимаете, да? Вот эта вот штука, она получается у нас вне механизма, и, возможно, вот она нарисована. То есть мне нужно все передвинуть назад. Ну, блин, это даже криво, она не совсем по центру находится. И тут такие же вещи есть. Не, не четко, не четко. А что не так? Пока я еще помучаюсь, друзья, без это самое, без подсказок, пожалуйста. Ноб хейл. Садись на лавку и рычаг дергай. Блин, все-таки не удержался, беляк. Это типа будет активация вот этой штуки? Нет, совсем не очевидно. Садись на лавку и рычаг дергай. Я бы до этого не допер вообще никак. А, он прикалывается. Понятненько. Так, окей. Мы попробовали два варианта, получается, да? Дайте еще я повтыкаю, пожалуйста. Блин, мне так нравится идея со свечами вообще. Прям прекрасная. Ты вот так карту ставишь, камеру. Все. Это, соответственно, раз свечка, это два свечка, это три свечка, четыре свечка. Дальше идешь по следующим подсвечникам. Got to press
Ну их как-то слишком много. А типа вся вот эта вот штука — это обман, чтобы набрать класс. Еще 4 сзади надо зажечь. Ну одна проблема, только здесь их 3, а не 4. Зато светлее стало, смотрите. Окей. Симметрия. Симметрия. Энди Лайтхаус говорит, как оно у меня пока с игрой Love-Hate Relationship? Relationship. Трижды установил, дважды удалил. Дважды удалил? Энди. Энди, Энди, ты же взрослый и почти уравновешенный человек. Спасибо тебе за 600 рублей. Но ты меня удивляешь, конечно. Вот. А, хорошо, давай, Михаил, ты же можешь в логику когда-то. У тебя есть две схемы. Они одинаковые абсолютно. Одна находится здесь, другая дублирует ее тут. Не факт, что она правильная. Мы интерпретируем этот рисунок как то, что должны перенести на пол при помощи каменных дисков, которые вращаются. Проблема заключается в том, что вот эта вот центральная штука... Во-первых, тут вместе с глазами 9 символов, а у нас только 8. Если исключить... И то, что мы центральный поставить не можем. Ну, потому что просто вот эта вот штука не крутится. А, стоп! А, нет, я должен сначала установить, потом на рычаг. Я думал, что если она будет крутиться в тот момент, когда она занимает позицию... Да. Пока что без подсказок, друзья. Попробуем без советов. Даже если мне эта гитянка вчера снилась, всех душой за гицераев... Да кон, мой друг же, а тут она мне... Ага, я ничего не понял, но окей. Она меня сразу выбесила, и я послал куда подальше. Вот, если попытаться игнорировать, соответственно, центральную ту, и тогда у нас получается 8 символов вместе с глазами на... И 8 этих. То остается только точно перенести... Собственно, рисунок сюда. Что есть точно вообще? Потому что они не совсем подходят по симметрии. Не совсем. Видите, здесь прямо квадраты квадрата, а там в верхней линии идет какое-то смещение уже невнятное. Есть еще вероятность, что глаза, на самом деле, это не точки, а точки ты должен две другие по симметрии найти. Мы пробовали два варианта. Вот такой, и вот эти вот две точки, перенесенные выше. Блин, у меня даже смущает то, что вот эти вот две, они неровно стоят. То есть, ладно, мы низ. Раз-два. Вот в этих двух почти нет никаких сомнений. На простей гицера это расовая враждующая... С гитиянки по лору Planescape Torment. Просто внезапно понял, что знаю про мир больше, чем думал. Так, как у тебя прохождение? Но сегодня мы посвятим, видимо, отгадыванию ребусом, который... Так, ну допустим. Вот эти четыре я почти сразу поставил. К ним нет вопросов с точки зрения рисунка. Нижние две... И дверь как раз. То есть это верх, получается. Я правильно смотрю на нее. Окей. Хорошо, но это неправильный вариант. Правильно? Конечно, ты же дергаешь за рычаг. Он говорит, что заперто. Тогда эти четыре мы вне всяких сомнений оставляем. У нас остается четыре точки. Может, вот эти вот две на самом деле должны быть где-то выше. Можно попробовать сделать вот... Не эту угловую, а вот эти вот две рядышком. Тан-тан-тан-тан. Давайте, тут из-за симметрии, если правильные предположения, не так много вариантов. А, что мне нужно еще разок сделать? Мне нужно вместо вот эти вот угловые по центру разместить. Правильно? Правильно.
угловые разместить по центру. Раз. И то же самое слева сделать, да? Не, пока крутани просто и все. Можно меньшим количеством. Что-то Ноб Нейл и пошутил неудачно, и что-то продолжает подсказки лепить. Ну вот так я хотел сделать. Исходя из какой логики? Ну, исходя из логики, что 4 вне всяких сомнений понизу, вот это вот 2 так или иначе глаза, а эти 2 больше им негде быть. Ну да, они должны быть типа по углам, но а чё? Чё делать? Давайте пробуем рычаг. Заперто. Иди-ка ты нафиг со своей логикой, Михаил. Какие варианты? Какие варианты? Какие варианты? Вариант глаза не являются символом. Вариант, что вот этот вот рисунок, если он симметричен, здесь не должно быть точек. И тогда мы переносим 4... 4 вот эти вот точки либо по углам. То есть два варианта, по сути, остается у тебя, да? Сейчас, погоди. Уберем так. Допустим. Это первый вариант. Я уже за уши притягиваю, на самом деле. Давай, пока так. И второй вариант, когда мы вот эти вот две центральные опускаем все-таки вниз. То есть крутим просто дважды верхний диск. Крайне странно, капец. Но есть еще опция, что рисунок это ложь. И рисунок это ложь. И надо искать ответы в книгах, которые упоминала Карлах. Ну потому что симметрия тут нарушена. Если не брать нижние 4, все остальное весьма условно. Верхнюю я выкинул, потому что симметрии нет, она иллюзия, изображающая дверь, которая откроется. Просто если я сейчас дропну, мне, скорее всего, заспойлерят эту вещь. Ох! Да, Виви, скорее всего, это из-за сложности. Ну чё, привлекать экспертов? Просто я не знаю, где эту книгу, блин, искать. Ладно, поехали, поехали. Подскажите, пожалуйста, кто знает? Что? Книга и рисунок не нужны. На рычаг наведи, внимательно изучи. Да, фигня на стене не имеет отношения к загадке. То есть сам по себе рычаг является рисунком, да? Ну, 4 сектора похожи, да? То есть нам нужно сделать
блин, а как это? Как это? Это один внутренний круг. Они везде одинаковые. Не, а на рычаге другой рисунок. То есть на рычаге есть внутренний круг, вот такой вот полукружок. Дублирующий чон. И чон. За уши. Блин, надо поставить там кого-то. My faith will guide me. Сейчас погодите. Так что ли? Блин, я не... Come on, let's go. Нет. Он хочет, чтобы я внутри круг заполнил. Но я заполнил. Так, давайте чатик еще посмотрим. Без свечей подсказка была бы заметнее. Просто взломай рычаг. Не, он так не ломается. Без свечей. А, этот нижний светится по умолчанию. И что? Все черные круги на свету должны быть. Все. Реально, надо было обратить на это внимание. Что у нас единственная нормально освещающаяся штука это вот один из кругов. И что четыре штуки не освещаются. То есть эти как бы с подсветкой, а этот нужно освещать. То есть тебе, по сути, нужно просто переместить все черные на один круг, который освещается. Ну, вот тут два момента. Первое, это то, что у тебя рисунок с немножко... А как, он, может, как-то косвенно помогает? Типа, увидеть глаза, свет... Не, так сложновато. А вот если бы обратил внимание, что подсвечивается один из четырех, это классная идея, прям очень классная. И он сразу открывается. Круто. Так, ну в проход я все равно не собирался. Это, кстати, одна из причин, почему решил эту загадку по это через вашу помощь сделать. Потому что... Давайте в лагерь гоблинов перед. Потому что еще хотелось бы на юг сходить к квестам. Вот, обратиться к тетушке Этель за помощью. Вроде как хороший квест. Я бы еще получил бы пятый. И у нас, напомню, жесткое сражение у дракона, у паладинов. Ой, не у паладинов, у кого-то. Я рычаг вскрыл, просто ничего не крутил на полу. А там нет вскрытия на контекстном меню. Может, если ты, конечно, его сразу, может быть, используешь, то... А, была возможность скрыть, да? Вот я невнимательный какой. Ладно, сгорим пополам. Что за место такое? Опа! Ловушечки!
Перепрыгиваем через дырень. Вот тут я уже не был. Еще ловушечки. И дальше тоже явно ловушечки. На-на! Давайте, ребят, не это самое, не симулируйте, пожалуйста. Так, кого-то потеряли, кажется, не? Блин, ну Гейл. Вот, кажется, сейчас он и... Нет! Блин, я группу не расформировал. Закрывай глаза и молись. Пробегут, не перебегут. Или по другому пути пойти. На-на. Там еще пара ловушек, как минимум. Но они каким-то чудом прошли все-таки. Молодцы. 90 опыта дали. Непонятно за что. Комар, наверное, жить будешь. Наверное, он решил, что ты из нас самая вкусная. Tasty treat. Ненавижу комаров. А балеты и... Что? Ой, смотрите, какое впереди место. Тут столько, столько классных пейзажей. Идем в лес. А как спуститься? Дорожный сундук. Через прыжок я здесь все ноги поломаю. Можно попробовать паутинку туда скостовать, подстелить себе что-нибудь и спрыгнуть. Можно через зелье это попытаться сделать. А если прикинуть, минус 13 очков здоровья. Нано просто. Просто нано. Прыги, да больно будет. Минус 13 хп. Ну, можно прыгнуть, конечно, потом вылечиться. Да, отсюда я не спускаюсь. Первым прыгает. А-а-а! Все лежит. Отдыхай тогда, все в порядке. Ничего страшного. Минус 20 очков здоровья. Ох ты, ё-моё. Сокол, лети, покажи, как надо. Минус 15 очков здоровья. Да есть у меня бутылки, чтобы от падения не... Ну а чё? А, у меня легкого отдыха еще нет. Я не могу в лагерь уйти? Погоди. Не, могу. Просто из-за того, что кто-то распластался. А, я хотел сейчас перереспекать Шадухар. Давайте посмотрим на нее. Детеныш медведи сычем. И заменить класс. Ну, потому что Шадухар у меня вызывает вопросы. Мы ее оставляем жрицей. Можем, кстати, из нее сделать вообще принципиально какой-то новый класс, типа паладина. Но я, наверное, оставлю пока на саппорте ее... Просто под класс поменяю и заклинание перекину. Жрецы — наместники богов. Используют могущественную божественную магию для тех, кто для добрых дел, кто во зло. Наставление помогает, универсальная штука к проверкам характеристик. Устойчивость священной я не использую. Лечение — да, направленное — это да. Нанесение ран — нет, четверо — редко. Ну погнали, ладно. Соответственно, поднимаем ей уровень. Посмотрим, чтобы под классом. И, возможно, приготовлю другие заклинания. Например, нанесение ран не использую. Порча есть. До трех существ получают штраф 1-4 к броскам атаки испытаниям. Это антиблесс получается. У них иконки такие же. То есть ты просто берешь и дебафаешь врагов. Создание или уничтожение воды. Минус водная поверхность. Элементали бести, убежище. О, это же, кстати, из оригинального и старой версии Дыда. Вы или союзники не можете стать ничьей целью, пока не атакуете, да. Приказ. Но я протестил, на самом деле, порчу. А, подождите, оно же по концентрации опять будет. Я же не могу до заклинания и блесс, чтобы висел, и порча, чтобы была.
А, подкласс был на первом левеле? Ой-ой-ой-ой-ой. Минус 100 баксов. А, он здесь. Тут и фокусы можно другие взять. Чем я пользуюсь? Я пользуюсь наставлением в фокусах. Я не пользуюсь священным пламенем. Пламя излучает свет. Оберег от оружия хорошая штука. Просто два хода, только половина урона дробящих. Прям топчик. И без лимита. Intimidation. Вместо устойчивости, может быть, что-нибудь сделаем. Ну, тоже концентрация, видите? Так как мы с Блесса начинаем, надо что-то такое. Ну. Запугивание исполнения. Не, давайте священные. Это как бы стандартный типа урон. Подкласс домена. Домен обмана. Это благословение Трикстера. Домен жизни. Исцеление ран. Область магии, которой покровительствуют многие добрые боги. Защита восстановления разума. Угу. Так. Особенности. Частота вашей веры усиливает ваше заклинание исцеления. Когда вы читаете исцеляющее заклинание, цель дополнительно восстанавливает очки здоровья в количестве равному кругу заклинаний плюс 2. То есть 3-4 по умолчанию, да? Дополнительного мы будем восстанавливать. Что еще есть по подклассу? Домен света. Пылающие руки, фейское сияние. Укрывайтесь как щитом вспышкой божественного света. Ответное действие, чтобы создать помеху. Угу. Знание. Приказ, сон. Природа, как раз разговор с животными. Фокус. А можно ее сделать как раз более жестким файтером, получается. У вас есть фокус, называется Шилейла. Шилейла, дробящий урон, и броски рассчитываются на основе заклинательной способности, то есть на основе мудрости она будет гораздо чаще попадать. Причем это бонусное действие. И мы закрываем еще разговор с животными. Давайте я временно ее по домен природы, для того, чтобы с совухом поговорить. Есть еще домен бури. Ответный удар по атакующему. 2.12 испытания. Ё-моё, какая жесть. И громовая волна. Это так, это очень хороший контроль. Прям и урон их, и контроль. И благодать. Лучистые. Солнышко лучистое. Так, давай домен природы. Так, мы ее пора. Ну, потому что у меня нет человека разговор с животными, я пропускаю часть контента, а тут, получается, она еще начнет с ручки накидывать. А, плюс еще есть дружба с животными. Убедить животное не нападать на вас. Там нужна дубина или посох. Ну, найдем. Кажется, посох у нас есть. Фокус, соответственно, Шилейлу берем. Способности не трогаем. Историю тоже не буду трогать. Так, что это за новенькое действие? Обворожение животных и растений. Направить фейскую магию, которая обвораживает находящихся поблизости животных и растений. Изгнание нежити. Чтобы подготовочки. Ну, кидаем Bless. Убежище убираем. Щит веры тоже по концентрации, к сожалению. Что нам здесь поможет? Да, приказ возьмем. Третий уровень берем. Ой, там вообще новые какие-то заклинания. Шипастая поросль. Заставить кусок земли покрыться жесткими шипами. Скорость перемещения снижается вдвое. Любое ступающее по ним существо получит колющий урон за каждые пройденные. Дубовая кожа. Защитить существо, поднять его класс брони до. Ну, то есть... Окей. Ей самой просто не зайдет. Давайте подготовим заклинание. Лечение идет лесом.
Что мы возьмем из второго круга? Тишина неплохая. Паралич гуманоида тоже заходит неплохо. Призрачное оружие, которое парит и атакует врагов вместе с вами. Берешь под класс, открываются новые заклинания. Усиленные характеристики наложит магическое усиление на союзника. Преимущество при выбранной характеристике. Концентрация, опять же. К сожалению, так бы сокол мы бафнули, конечно. Спокойствие. Защита от яда. Защитные узы. Наложить оберег на союзника. Он получает устойчивость ко всему урону. И плюс класс брони и испытания. Причем это без концентрации. Это точечный баф. Ну, Карлах зайдет хорошо. Карлах и паралич гуманоида зайдет хорошо. Надо проверить. Вот реально призрачное оружие. 4-14 урон. Плюс он будет каждый ход. Я посмотрел на него. И четвертый уровень. Фокус и новая черта. Пам-пам-пам-пам-пам. Свет, создание пламени. Ну, такое. Проверочка у нас есть у Карлах. Переброски наносят. Ну, давайте фокус на нанесение дэмэджа. И черта. Ё-моё! У тебя же еще черта есть. Заклинание можно в игре менять. Жить все доступны. Хорошо. Так. Можно апнуть статы. Самое простое, универсальное. Тяжелая броня, сила увеличивается на 1 до... Ну, кстати, ей тоже тяжелая броня была бы неплохо. Хотя это не ее основной стат, к сожалению. От немагических атак снижается на 3. Фу, счастливчик, 3 очка удачи. Можете тратить при получении преимущества, бросках, при проверках... Оставить противника перебросить свои атаки. Это, видимо, 3 очка до отдыха. А, то есть ты совершаешь атаку, и тебя игра спрашивает. Ты не попал, ты хочешь перекинуть? У тебя есть еще 3 попытки. Или тебя атакует, противник попадает, тебе игра предлагает. А не хочешь ли, чтобы он не попал? Ну, в смысле, попробовать, чтобы он перекинул. Может быть, кстати. Универсальная штука. Там бахаешь лучом, ударяешь с руки. Любопытно. Я бы протестил просто эту штуку. Как она работает. Правильная механика или нет. Так, давайте поспим немножечко. И я бы хотел еще поговорить с Медведем Сычем. Можно мне это устроить, пожалуйста? Разговор с животными. Шадухар, давай. А то я спас этого детеныша Медведя Сыча, но так нормально с ним не общался. Детеныш говорит... Погладить, осмотреть. Жизнь в лагере, похоже, пошла ему на пользу. Его оперение стало пышнее, в глазах читается задор и любознательность. Погладить. А как же поговорить? Почему-то сокол разговаривает, а не Шадухард. Погладить еще. Окей, ладно. Только не пинай, говорит ему. Сейчас мы отдохнем, восстановим здоровье и двинемся дальше. Опять какие-то глюки, ребят.
Что случилось? Поспешить. А, звериные дела тебя не волнуют. Поспешить на звук. Гоу. Сокол, беги. Тут шрам с медведесычем, с свином, ну, в смысле этим. Что случилось? Осмотреть, не поранили друг друга. Nothing. Ничего, оба животных на вид в порядке. А кликнуть? Хе. Очаровательно. Гав-гав. Погладить, осмотреть зверей, не поранили ли друг друга, но было. Дрессировочка хрен его знает. Но сложность низкая, поэтому... Да твою ж медь! Как с бонусом я... Повторный бросок. У меня там бонус 1-4, я не мог, в принципе, выкинуть такое. Шкря принимается неистово колотить хвостом, они с медисичком уже успели крепко сдружиться. Погладить. Шкряба. Ах, пёсель. Все одобряют это в чатике. Погладить медведисычика. Медведисычик, ребята, такой прям. Жень, не хочешь подойти посмотреть? Тут огромное количество квестов. Огромное количество. Там собакены, которые с мертвым хозяином. Мы его при это самое. Это сокол. Один в один, видишь? Yeah. Сейчас погладили собакена. Сейчас будем медведя сычка гладить. Смотри, какой медведя сыч. Видишь? Это медведь и сыч. Yeah. Вот. Он курлыкает, там все разговаривает. Скастуешь разговор с животными, там диалоги, все дела, квесты. Все, это все, что я хотел тебе показать. Все, и спокойно спим. Так, уходим. Немножко восстановили здоровье, переучили Shadow Heart. Посмотрим на то, что из нее в результате получится. И мы сейчас где-то в болотах. И музыка началась новая. Тун-тун-тун-тун-тун. Немножко загадочная. Тун-тун-тун-тун-тун. Так. А, с лягухой можно поговорить. Там лягуха была? Ква, 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 есть лягуха, да. Делаем до следующего отдыха разговор с животными. Так, лягуха. Да вон прям есть лягуха. Алло. Одурманенная лягушка. Зеленые листья, мелководья. Зеленые листья, мелководья. О чем ты квакаешь? Зеленые листья, мелкая вода. Тебя вдруг пробирает мороз по коже. С этим существом что-то определенно не так. Совсем не так. Сжечь, резать, убивать. Убивать. А, ты хочешь меня убить? Что случилось? Карга! Ты хочешь меня убить? Убить! Не, серьезно! Воу! Ква! Ква! Точность 5. Так, сокол, тут есть лягушка, которая охренела. Давай аккуратно. Десять процентов, блин, что? Отражающая слизь у нее. Устойчивость к кислоте, устойчивость к ягоду. Бонус 2 класс брони. 31 класс брони! What? Кроме того, первый снаряд, летящий в существо, отражается в атакующего. Охренеть. Лягушка 3 уровня, ну это просто зверь. Даже написано «зверь». Так, подожди, я не зря Shadow Heart перекачивал. Может, ты можешь подружиться с ней? Что там по инте требования? Инта 3 не выше подходит. Давай дружить. Существо должно иметь интеллект не выше 3. Заканчивается досрочно, если вы получите урон по цели. На высоких уровнях сложности. 65. Высокая степень защиты.
докопались до лягухи. Да вот как мне ее сейчас пробить? У нее жизни мало. Надо убирать, видимо, штрафы к этим. 10%. Мать моя женщина. 10%. А у Ешки, может быть, какие-то? Да какая разница, а у Ешки, не у Ешки, все равно ж... Нет, ну куда ты побежал-то без этого? Так. Лягуха к кавакухам. И Карлах тоже уже сходила. Ну, надо ее окружать, чтобы защиту снижать. К сожалению, Блэс, видимо, ставить надо. Я боюсь соколом вообще бить, потому что он сейчас получит 30-ку в себя и все. Как ему действовать? Давай, Блэс. Надо хотя бы немножко повысить наш тухит. Да уж. Не, ну сокол сейчас, ну, все равно 10. Благословились, а не благословили, вообще плевать. Мне кажется, надо ее как-то жечь, кидать в нее что-нибудь, что гарантированно будет наносить урон. То есть просто поджигать под ней поверхность, и чтобы она потихонечку... Потому что жизнь у нее 25, но попасть по ней почти не представляется возможным. 10%. Я не в нее, я так рядышком... Снаряд отражен. Но 4 урона нанесли. Все, она начинает гореть. Гореть, подгорать. И это то, что нам нужно. Лягуха, пожалуйста, не жести. Во, смотрите. Одурманенная лягуха использует ядовитый Shadow Heart. Попадет, если наберет 21, выпало 20... наберет 17, выпало 21. Переброс атаки. Мимо. Уау, вот так работает счастливчик. Такая халява. Подружиться? Да, конечно, подружиться. Лягуха, квакуха. Давай что-нибудь массовое тоже. Удивительное, массовое. А у нее там ловкость запредельная еще, да? Да, ловкость 20. Вообще хз, что делать? Может, призрачное оружие вызовем? О, ничего по себе. Двуручный молот, алебарда, и еще разный тип можно в зависимости от того, есть ли у цели какие-то... Ладно, давай. Копье вызываем. Все, понеслась. Соколу, конечно, тяжеловато. Давай туманный шаг какой-нибудь. Уа. Там тоже халява, это та еще. 10%, блин. Так, мне вообще не хочется по ней стрелять. Она горит. Горит еще ход. Ну и все тогда, забей. Может, как-то атаку подготовить. Как я могу еще точность увеличить? Ну, тут безрассудная атака у Карлах есть, но мне кажется, что безрассудная атака также будет... Также будет никак. И по воде, пока я добегу до нее, сколько времени пройдет. Ладно, лягуха, не жести, пожалуйста. Бешенство заканчивается, надо было его закончить самостоятельно. Лягуха горит на 3. Снова переброс, счастливчик, промах, отлично. Но ее нужно снова зажигать. А мы такие зажигаем. Пам-пам-пам, парам-пам-пам. Просто сокол мог себя шотнуть. Он там выкинул бы эти 25-30 урона, и все, не было бы с нами сокола. Там... О, можно второй призрачный использовать. Любопытно. Ха-ха, 5%.
забейте. Да нереально. Тут нереально по ней попасть просто. Тебе нужно использовать какие-то массовые штуки. Ну, что маг сейчас может сделать? 10%. Я... А если толкнуть, может, у нее не будет таких... Ну, давай проверим. Работает. То есть АОЕшные штуки, они проходят мимо нее. Возможно, потому что испытание по выносливости. Ладно, лягуха, давай. Че, куда-то она отстрельнула вообще. А, она прыгнула. Крит промах. Ну как крит промах, минус 16. Еще морда у нее такая. А, и она себя потушила. Она в воду прыгнула. Фига себе. А я толкнуть-то ее уже не могу. Но я не добегу магом до нее. Подожди, если мы прыгнем, у нас ботинки бонусное перемещение. Может, тогда достанем? Есть, достаем. На-на. Одна единица опыта. Одна единица за такую лягушку. Она бы там в лагере гоблинов всех разуплотнила. Дурманина лягушка. Как же можно... А, то есть, нет, это не бесконечная штука. И у нее ничего не было, она просто была одурманенная. Инвентарь пустой. Хотя бы что-то она оставила бы нам. Залитое солнцем болото, квест сюда. И сейф идет. Что? По твоей спине пробегает озноб. У тебя ощущение, что за тобой следят. Расследование. Без вообще проверок. Двадцатка. И даже перебрасывать не хочется. Везде разлито тихое ощущение покоя. Не видно ничего необычного. Я бы туда не пошел. Я сначала к этой пошел бы к Карге. Или Каге. Да, по этой же дороге наверх. Скорее всего, да. Группируемся, ребят, собираемся. Давай еще вылечу себя. Молодец. Ой, там избушка красива. Смотрите. Здравствуйте. Тетушка Этель, точнее, Этель. Обратиться к ней за помощью. Но она непростая. Чайничек нарисованный. Ветхие деревянные двери. Заходим. А он у нас сидит. Чайный домик. Ой, это не она. И смотри, милая, чтобы на тарелке ни крошки не осталось. Тетушка Этель, ну пожалуйста, еще кусочек и пирог из меня обратно полезет. Этель-то по-другому выглядит. Не заставляй меня взяться за половник. Тебе за двоих кушать надо, вот и ешь. Ой. А кто это к нам пожаловал? Кто-то из твоих друзей? Нет, нет, я ее не знаю. Это брось. Ты что, не представишься даже? Ой-ой. Я Shadowheart, приятно познакомиться. А ты мне нравишься? Можешь остаться. Расслабься, выпей пока чайку. Боги, даруйте мне терпение. Ешь, Марина. Не стану повторять. I won't say again. Мы забыли друг другу представиться. Кто ты? У меня много имен, Цветик. Но ты зови меня... Ой, я не чувствую. Ко мне со всего Фаеруна идут. Ежели нужда, припрет. И уж я стараюсь, как проклятая выделена, всем помочь. А тебе, Цветик мой, помощь, ох, как нужна. Это ведь ужасно, до чего неприятно, когда в мозгу головастик плавает, да? Ой, чувствую, она нам не только не поможет, но еще... на лице у Shadowheart нарисовано какое-то пренебрежение, посмотрите.
Хочешь сказать, что можешь его вытащить? Быстрее, чем ты скажешь. Да, тетушка. Ну так что, заняться мне твоим головастиком? Ой-ой-ой-ой. А, зависит от цены. Так ведь, чем сложнее работа, тем выше цена. Паразиты убрать дело непростое, но ты мне нравишься, цветик. Так что из тебя по мелочи спрошу... Мне нужен твой глазик. Вытащу его. Поцелую на удачу. И на место верну. Займет немного времени. Это и есть моя цена. Не больше, не меньше. Ё-моё. Кажется, Shadowheart не нравится эта идея. Глазик вытащит. Ох. Одноглазый сокол. Я уже вижу эту травму. Что у него там... Статы порежутся, станет косым, не сможет стрелять. Я стану хуже видеть. Слегонца. Но у тебя есть два глазика в голове, так зачем мелочиться? Да, договариваться еще не хочется. А не нравится мне эта сделка? Не, не, зачем тебе нужен мой глаз? Прости, цветик, зачем это уж мое дело? Но ничего плохого я не сделаю, клянусь. Вилкой в глаз, ну или паразита раз. Ну я не знаю, ребят, вот тут всегда интрига, и это хороший задел на перепрохождение. То есть ты вот встречаешь очаровательную женщину, явно баба-яга, явно просто вот ведьма какая-то локальная. Ты понимаешь, в общем-то, что от паразита ты избавиться не можешь, потому что это кор-механика, то есть это основная механика. И она тебя вряд ли излечит. Тебе даже не нужно от него избавляться, потому что это дает тебе диалоги, там прогресс, там все, многие вещи завязаны, тем более мы паразитов уже там и второго, и первого, и второго дополнительного пустили, развиваем свои характеристики. Так что она паразита не вытащит, но вытащит наш глаз. И что будет после этого? Вот это сложновато. Ну, любопытство побеждает, договорились. Вот и ладушки. Обожди только минутку. Для этого дела тетушке Этель что-то еще нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, уже прям сразу? Ой-ой-ой-ой-ой. F5 для слабаков. Мир вокруг изменяется в мгновение ока. Ты оказываешься посреди зловонного болота. А, бак у меня. Так-то лучше. Эта человечья шкура страшно жмет. А, то есть мы с тетушку встречаем, а потом она превращается, говорят. Ясно. Только сейчас мы ее увидели. Кто ты такая? Все происходит. Все преисподнее тебя возьми. Как мило, и что это должно меня впечатлить, назови мне хотя бы причину прикончить тебя на месте. Как мило. Должно быть. Должно еще как. Мало кому доводится увидеть Каргу во всем великолепии. Считай, тебе повезло. А теперь выбирай, какой глазик брать. Правый или левый? Возьми левый, возьми правый, атаковать. Возьми левый, возьми правый. Бак со внешним видом. Какой у меня хуже видит? Левый хуже видит. Возьми левый. Сожми попку покрепче. Будет чуточку больно. На самом деле Shadowheart глаз не нужен. Пальцем в глаз. А! Блин! Вот. Не так уж страшно, да? Проверить, что глаз на месте. Во! Цвет тебе идет. А теперь, не хочешь поиметь щупальца вместо языка? Замри. Что? Я такую пакость один раз уже вытаскивала. Это не очень просто.
Паразит корчится при этих словах. Карги, ты чувствуешь резкую боль. Как корчится паразит, когда тянет его к твоему уху. И тут он кутает в ответ, еще глубже зарывается в твой мозг. Чтоб тебя разорвало! Ах! Ах, дубина! Что ж ты не сказал, что там нитерийская магия? Я тут дрянь трогать не собираюсь. Ну, вот как и предполагали, но вот что с глазом-то делать? Нетерийская магия. Проклятая магия теней. Одно горе от нее. И тяжкие цепи. А я как-то эту не учуяла. Во рту теперь вкус мочи и крови. Тьфу. Кто-то с твоим паразитом поигрался. Потому что ты до сих пор и не превращаешься. Ага, поигрался, сказал, можешь убрать. Кто поигрался? Ну ты и простофиля, честное слово. Эту тварь не только элитиды сотворили. Ты все равно, что мертвая душа, которая все еще ходит. Я тебе ничем не помогу. Глаз Карги. Ну как же мой глаз? Сюжет. У сделки с Каргой всегда есть своя цена, в данном случае глаз. А что твой глаз? Я свою часть сделки исполнила. Я ж не виновата, что хвостатик твой пропитан магией теней. Не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с этой дрянью у тебя в голове. Ах ты тварь. Тогда ты мне бесполезным. Так, выходит, ты признаешь, что слаба и беспомощна. За такие слова я бы тебя убила. Ну зачем тебя лишать хвостатика удовольствия? Однако пусть никто не скажет, что тетушка Этель не платит свои долги. Держи. И сама с собой разбирайся. А теперь пошла вон. Так, у нас... Цена уплачена. Бонус к виде проверкам на запугивание. 100. Но при этом страдает с моей припарки на внимание. Запугивание. А, то есть одноглазый и более страшный. Становишься. Надо было Карла делать один глаз. Кроме того, получается помеху к атакам против Карги. Давайте с ней повоюем, я думаю. А где она? Куда она делась? Деревянные сундуки испорченные. Испорченные. Куда-то она ливнула, да? Зелье великого лечения наверху. Чаек. Прям взяли. Ожерелье золота. Зелье лечения, да. Зелье общения с животными тоже, пожалуй, возьму. Великого лечения. Вообще шикарные тут зелья. Она телепортнулась, пока ты читал. Я видел, что там руками что-то она делала. Но мы ее домик обнесем. Изяво. Ключ отчаянный. Ключ отчаянный. Одноглазая Shadowheart. Я вроде вытащил какой-то реально чайничек. По виду было. И вроде вытаскивал Shadowheart, но у него в инвентаре его нет. Так. А Чагерс. Еще одно зелье великого лечения. И письмо от М. От Майкера, что ли? Прочесть. Письмо начинается элегантным округлым почерком, но к концу оно скатывается в косые каракули. Этель, во вратах Балдура что-то затевается. Лицемерные негодяи пытаются выжить меня из моей собственной территории. Я убила как минимум 4 посыльных, никто не заговорил, по крайней мере, пока. Не думаю, что ты могла слышать что-то помимо бления твоих тупых овец, но если мимо тебя пролетит хоть шепот, дай мне знать немедленно. Чайный домик. Такое впечатление, что... Но это все еще к
квест. Обратиться завершено. А, подземелье, это понятно. Так. Очень удобно поиском. Инвентарь пользуется верхним, когда тап нажимаешь. Поиском. А, вот он. Чай. Чай. Чай — это припасы. Но есть еще чайная. То есть здесь есть как будто бы... А, смотрите, по карте есть проход. То есть сюда можно как-то зайти, получается. Видите, здесь есть еще... Три левла мы получили. Класс! Вау! Игра вообще на изучение. На изучение, исследование. Очень-очень-очень. Давайте качаем, ребята, Карлах 5 уровня. Вау, экипировочка там уже такая. 50 здоровья. Особенности класса. Доп-атака появилась. Атаковав противника оружием или голыми руками, вы можете бесплатно совершить еще одну дополнительную. Она 3 атаки уже делает. И быстрое перемещение. Если персонаж не облачен в тяжелую броню, его скорость перемещения увеличивается на 3 метра. Это не тяжелая броня, кажется. Ну, а, и заклинание появилось. Наследие Аверна. Школа эвокации, второй круг. Урон оружием 2d6. Пораженная цель может оказаться отмечена светом, что не дает ей сделаться невидимой. Концентрация, окей, ладно. Вообще базовая вещь, но... Доп-атака — это доп-атака, ребят. 8.28, лучистый урон. Жгучая кара, надо вот этим пользоваться тоже. Переходим к соколу. Сокол, родники, лети. 5 уровень сокола. Особенность класса. Использовать свои молниеносные рефлексы для защиты. При попадании по вам вы получаете лишь половину обычного урона. Никаких. Может, доп-класс сделать реально? Добавить класс. Ну, типа, бахать следопыта. Со специализацией по лукам там рекомендовали. Может, есть какой-то еще мультикласс интересный, который повысит нам... Мультикласс. Вы можете начать развивать другой класс, так и вы получите более широкий выбор возможностей. Но у вас не будет классовых особенностей высокого уровня вашего изначально. Но я не знаю, от чего я отказываюсь. Я бы не стал мультиклассить пока что. Надо сокола проверить. То есть он добавил в плотности, он добавил... Это один раз заход? А, нет, это в принципе. То есть он стал больше, чем в 2 раза плотнее благодаря этой пассивке. Хотя, да, да. Попадание по вам получает лишь половину обычного урона. Правда, непонятно, зачем это плуту, если честно. Ну и сложный левелап у Гейла, потому что это маг. Сейчас мы охренеем от заклинаний там 3 уровня, от выбора. Все это надо тестить. Да, ЕПРСТ просто. Ну, открыли заклинание 3 уровня. Здравствуйте. Вот там, где тройки нарисованы, это они. Оживление мертвецов. Школа некромантии. Целью должен быть труп среднего или маленького роста. Проклятие. Прикоснувшись, наложить на существо проклятие. Помеха, испытание или атаки, нанести дополнительный удар. Шине действия. Мудрость. Шап-шап-шап-ша. Концентрация. Мерцание. В конце своего хода бросите D20, если выпадет 11 больше, вы переноситесь в эфирный план, где вас нельзя увидеть или причинить вред. Контрзаклинание. Отменить заклинание другого существа в качестве ответного действия. Заклинание должно быть 3 круга и ниже. Чтобы отменить заклинание более высокого, вы должны пройти проверку, и сложность определяется Там есть же фаербол появляется, 8.48. Ужас. Создать настолько пугающий образ, что он заставит цель бросить все и преисполнится страха. По ней будет легче попасть, она не сможет сдвинуться с места.
Фальшивая смерть. Погрузить союзника в защитную кому. Он получит устойчивость к любому урону, кроме психического. Болезни и яд не будут на него действовать. Полет. Газообразность. Превратить себя или союзника в крошечное газовое облако. Не может упасть, способно просачиваться через крохотные проходы. Столько контента можно через газообразность пройти. Все вот эти вот дополнительные норы можно исследовать. Сторожевая печать. Когда наступит противник, сработает выбранный эффект. Ускорение. Ускорить себя союзника. Ха! Ускоренное существо получает действие, становится быстрее, и по нему сложнее попасть. Действие. Это еще доп-ход, считайте, для Соколан. Или для Карлах. И это только половина от третьего уровня заклинаний, которые мы смотрим. Завораживающий узор. Загипнотизировать существ, которые могут видеть узор. Они могут атаковать... Они не могут атаковать вас, двигаться или действовать. Удар молнии. Защита от энергии. Устойчивость к грому, кислоту, молнии, огнем, холоду. Снятие проклятия. Пурга. Призвать непогоду. Прерывающую концентрацию заклинателей. Гасящую огни, создающую поверхность типа лед. Жесть, замедление. 6 врагов, чтобы замедлить. По ним легче попасть. Они медленнее бегать. Будут. Смрадное облако. Тошнотворный газ. Что все попадания в нее теряют возможность, что попавшиеся, что же, касание вампира, вытянуть энергию, волшебный замок, запереть дверь или контейнер с помощью магического замка, нельзя вскрыть отмычкой, вот интересно, зачем это, ну это второго уровня. Я бы попробовал слоу, потому что он массовый, я попробовал хасту, потому что это доп. Действие, но может быть взять какой-нибудь все-таки поражающий, типа огненного шара, ну как бы классика жанра, надо проверить, и, например, ускорение, давай так. Ну и, соответственно, готовить надо эти два заклинания. Вау! Ну, пятый уровень очень, конечно, жёстенький. Доп. Удары, новая школа заклинаний. Это кайфулечка. Спускаемся к арге. Магический заросший тоннель. А что за красная штука? Не гляди. Надо поговорить. Что-то происходит. А у Гейл опять. Мое недомогание примерно так же не любит, когда его игнорируют, как и я сам. Мне нужно поглотить еще один артефакт, и как можно скорее. Давайте скинем ему что-нибудь. Что у нас там есть? Заряды молнии. Зазубренное копье. Нет, подожди, это ж... Мы используем фокусы, вакации. Ну, что-нибудь бесполезное. Не сильно полезный, точнее. Перехват атак. Блин, туманный шаг топовый. Давайте вот эти вот штуки. Спасибо. Да у него какие-то проблемы. Это тоже персональный квест, Гейл. Он уже третий артефакт жрет для того, чтобы силу поддерживать свою. О боги. Почти никакого воздействия. Даже жалится над нами. Послушай, мне надо с тобой, с вами поговорить, со всеми. Будет неправильно, если я промолчу. Говори, ты среди друзей. Вполне возможно. Вы должны узнать, кем я был. Вы должны узнать, кто я на самом деле такой. Ой-ой-ой, я ходячая тень надежд, которую я некогда подавал. Я был, что называется, волшебником Вундеркиндом. С юных лет я умел не только контролировать плетение, но и творить его помощью как музыкант или поэт. Столь велико было мое дарование, что на меня обратила внимание сама прародительница магии, богиня Мистра, владычица тайн. Она открылась мне и стала моей наставницей. Со временем моей музой, а потом возлюбленной. Опа!
Ты хочешь сказать, что вы с богиней занимались любовью? Звучит смело, мало кто рискнул бы низвести богиню до своей музы. Не верю ни одному твоему слову. Не, давайте, я верю. О, да. Мы наслаждались обществом друг друга, телом, разумом, душой. Когда медведь, кстати, будет? Но я по-прежнему жаждал большего. Видишь ли, неважно, насколько могущественным становится смертный волшебник, мы все рано или поздно разве что скользить по... Мистер не пускает нас дальше. Есть граница, которую она не дозволяет нам пройти. С ней я всякий раз оказывался на краю пропасти и взирал на чудеса по ту сторону недоступного. Я пытался пересечь эти границы. Как ты именно пытался? Я пытался ее убедить. Сердился, умолял, клялся, что хочу лишь снова служить ей еще лучше. Но она лишь улыбалась и говорила, что я должен довольствоваться тем, что есть. Сейчас мне трудно это вообразить, но я делил ложе с богиней и все равно не чувствовал удовлетворения. Я решил доказать ей, что заслуживаю больше. Мы подошли к узловому моменту истории моего безумия. Хочешь ли ты узнать ее целиком, или мне перейти к мрачному финалу? Давай все, рассказывай. Интересно все от и до. Ну что ж, тогда слушай. Давным-давно жил один могущественный правитель. Жил он в башне, точнее, в летучей башне. Подробности их расскажу тебе историю в другой раз, но суть в том, что он пытался подчинить себе богину магии, чтобы самому стать божеством. Ему это почти удалось, но в чем-то он просчитался, он обратился в камень, а его империя Нетерил рухнула в одночасье. Ну, чуть-чуть ошибся. В тот миг высвободилось огромное количество магической энергии, сопоставимое с первозданным хаосом, предшествовавшим сотворению мира. Даже плетение не смогло выдержать такого натиска. Оно растрепалось, порвалось, и мир смертных напрочь лишился магии до того дня, пока Мистра не вернулась. Она возродила плетение, вновь соединив все разрозненные ниточки. Так мне, по крайней мере, казалось. Пока я в своих ученых изысканиях не наткнулся на одну книгу. Это был нетерийский фолиант. В нем оказалась запечатана частичка плетения, к которой у мистера не нашлось доступа. Я спросил себя, а что если я сумею вернуть богиню ту утраченную частицу ее естества? Так. Каким был ответ на этот вопрос? Ответом была попытка, а итогом неудача. Я был убежден, что это магическое деяние в романтической обертке убедит мистеру взять меня за руку и отвести в свои доселе запретные владения. Я ошибался. Я заполучил эту прославленную книгу и уединился с нею в своем кабинете. А вот что произошло дальше... Положи руку мне на сердце. Позволь тебе показать. Так зачем ты сел? Не надо садиться. Я бы и так дотянулся. Ты чувствуешь, как личинка дрожит в твоем мозгу. Гейл впускает тебя в свое естество. Ну не надо так прям. Ты погружаешься во мрак. Ты смотришь глазами Гейла, блуждая по закоулкам пугающих воспоминаний. Книга в оплетке внезапно она раскрывается... В книге нет страниц, лишь клокочущая масса чернейшего плетения, которое устремляется к тебе. Она обрастает зубами и когтями, вгрызается в тебя и становится частью тебя. Она алчит и не может насытиться. Ты пугаешь сокола, Гейл. Почему ты до сих пор жив? К счастью, в том мгновении я поглотил малую его часть. Этого недостаточно, чтобы убить меня сразу. Да, вот так и с богинями мутить. Это нетерийская скверна, это сфера, не знаю, как еще ее назвать. Сидит у меня в груди, ее постоянно нужно питать. Покуда я поглощаю плетение из достаточно мощных источников, она молчит. Однако, если сфера утратит стабильность... Продолжай. Я взорвусь.
Я не могу точно оценить масштабы бедствия, но основываясь на своих познаниях нетерийской магии, могу предположить, что даже та небольшая частица, которую вы способны сравнить с землей, город размером с глупоководье. С этим можно что-нибудь сделать. Возможно, нам повезет, и за углом мы наткнемся на коллекционера магических артефактов, свернем с дороги, совершим чудо и... или не свершится. Все это... Да, вероятно, это выглядит как предательство. Скажи слово, и я уйду. Да нормально все, у нас сейв-лоды есть, в конце концов. Тем более, это потенциал, можно его раскрыть. Мы проделали долгий путь и вместе пойдем. Ну только пятый уровень получили, у тебя фаербол, там ускорение появилось, и чё мы. Это большое облегчение. Да просто огромное-огромное облегчение. В твоей душе воистину заключена сила, которая меня укрепляет. И от всего своего воспрянувшего сердца я тебя благодарю. Я благодарен всем вам. Я пойму, если вы обернетесь против меня. Я буду преисполнен смирения, если вы встанете на мою сторону. Ага. И в любом случае я постараюсь вас не подвести. Я стою на краю пропасти, но если вы не оставите надежду, я тоже не оставлю. Буду сопротивляться. Бороться, сколько могу. А теперь... Я и сам утомился от звука своего голоса. Пора двигаться дальше. Let us venture forth. Fourth, наверное, да? Так, и мы спускаемся. Кажется, битва неизбежна. Смотрите. Тихо. Прошу, не надо. Тут Лорен сидит. С ним можно поговорить. Кривая дверь какая-то. Шепчущая маска. Кошель. Череп. Ты приближаешься к зеркалу, в нем появляется бледное лицо, искаженное страхом. Кулаки бьют в поверхность стекла снова и снова. Так, то есть мы можем попытаться его... Мой прекрасный Калим, чьи родители просили, чтобы его красота не меркла. А. Ну что, я начинаю сразу крушить, чё? Твоя тупость меня поражает, лапуля. А ты откуда взялась? Здесь я развлекаюсь. И я тебя сюда не звала. Убирайся прочь. Отвечай, где Майрина? Тебя хвостатик что, все мозги уже выел? Уходи. Или в похлебке сегодня окажешься. Вы с Майриной отлично друг дружку дополните. Она уже майринуется. Ха-ха. Ой, что со мной? А что с соколом-то? Что с... А, это он так под паразитами. Эфрин при... А куда она? Она пришла, ушла. Тут дама стоит без головы. Что происходит? Смотреть. Дроу какая-то с головой в руках своей. Моя дорогая Магрон, она мечтала обрести гениальность, но здорово пришла мне дорогу. Семейный портрет. Слепой эльф с плачущим глазом. Эта бедняжка желала никогда больше не видеть свою семью. Ха-ха. Тот семейный портрет. Мой милый Эрфин, он умолял меня остановить сжиравшую его болезнь. И он в камень обратился. Песочные часы. Не гляди. Подходим. Ты ощущаешь волны ужаса от сущности, заточенной внутри двери. Никого нельзя пускать, или опять случится беда. Что случилось в прошлый раз, когда дверь открылась? Мелькают образы. Вот съежившийся гость на полу, открытая сумка у его ног, вокруг рассыпаны золотые монеты.
Его мольбы о помощи обрываются, когда корга педантично отрубает у него конечность за конечностью. Она хихикает. То, что осталось от гостя, съеживается и скручивается, превращаясь в искореженную поверхность двери перед твоими глазами. Ты ощущаешь крик изнутри двери. Спасайся. Я не боюсь, корги. Тебе является видение. Два паладина и жрец с троем проходят в дверь, окутанные божественным сиянием. Ой, классно. Это сайд-квест. Они бросаются в логово корги с оружием в руках. Звучат вопли ужаса. Ты их впустил? Шалунишка. За каждого по десятилетию. Ты мой еще 30 лет, Цветик. Понятно. Ну, надо с ней, конечно, зарубаться. Тут есть другой вход. Тебе является образ ясного неба и солнца. Эта дверь посылает предупреждение «Беги». Run! Убеждаем. Харизмы у нас нет, есть, но есть убеждение и умение. Тройка, короче, плюс 5 бросок. Плюс мы, естественно, наставление добавляем и просто кидаем девятнашку вместо 10. Ты видишь коргу? Она проходит сквозь дверь. Ее очертания расплываются и мерцают. Легчайшая тень надежды касается своего разума, и сущность отступает. Сохраняемся. Поговорим с Лорином. Нет, 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 не смотри. Нельзя смотреть, нельзя смотреть. Эльф, возьми себя в руки. Что терзает тебя? Я вижу! Я вижу, что грядет! Я мертв! Плоть гниет! Кость видна! Провал по магии. Посмотри на меня. Эй, ты, посмотри на меня. Нет, нет, не могу! Не могу, все, не могу! И смотрит. О, боги, не трогай меня! Я прошу тебя, прошу тебя, прошу тебя, прошу, 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 прошу. Опять эльф приходит на помощь. А-а-а! Нет! Стой! Врун, 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 чудовище, чудовище. Исказитель мозга, обдиратель плоти, свежеватель разума. Посмотри на меня и не свежеватель. Нет. Нет. Свежеватель разума. Уйди, уйди, уйди. Песочные часы. Мой нежный Лорин, он хотел прозревать будущее. А-а-а. Щит с шипами. Вор пытался ограбить тетушку, теперь милый зверек сторожит мой дом. Тут зеркало какое-то. Все еще я. Так, ну давайте пока пройдем к корге, наверное. Проходим сквозь. Уаааа. Красиво. Уаааа. Уаааа. Че, боссом пахнет? Там кто-то стоит. Маска отмщения. Там несколько человек. Группу разбиваем, сокола берем. Еще будем запрыгнуть наверх. Блин, чуть-чуть не спалили нас. Вообще я должен сейчас шотать просто людей. Нет! Да ё-моё. Да я там критую вообще. Если есть... Куда? Что? А где крит, я не понял. Тут их несколько. Пешка корги, они называются. Причем они четвертые, то есть как бы это не...
Так, ну что, давай ускорение на Карлах, наверное. Здесь первый блэсик сделаем на три цели на себя и на Сашку. А, ты уже ж побежала. Вон, два действия у нее. Два действия, Карл! Прыгаю к лучнику. Удар. На-на. Дополнительная атака. А что, нельзя? Только дополнительную можно, да? Посевочку врублю. Вот это жалко. И еще разок. Окей. О, у нее, кстати, сейчас будет бонус из-за того, что два человека рядом. Подхиляли. Блин. А, я в испуге. Скрыться не удается. Соответственно, атаку обычную. Ой. А у нас испуг из-за концентрации или... Кто испуг кастовал? Вряд ли, да? А что могу сделать? 20%, ничего не сделать. Попал. Что странно. Фаербол такой. Рейндж очень хороший. На, Игнис. Да тут нет смысла особо там. Может даже без ярости. Стоп, а почему? А, слушайте. Хаста на 10 ходов вообще. На 10 ходов. Как вам такое? Надо ярости парочку атак, видимо. Раз действие. Блин, 65 всего лишь. Просто шотает, просто шотает. Какая же она псих. Возможно, хасту в первую очередь на Кагу надо было ставить. О, Сокол использует так вот из-под тяжка. Удача дальнего предела. Каждый раз, когда вы успешно выполняете бросок, крит обычно превращается в крит. Жесть. Это можно по умолчанию сделать. И Shadow Heart получает у нас тоже 5 уровень. Дотянулась до остальных. Посмотрим, что у жреца на 5 есть. Ё-моё, там еще с десяток заклинаний 3 уровня. Рост растений, заставить густые травы вырваться из-под земли, покрыть это классовое, всю территорию. Скорость перемещения по ним снижена в 4 раза. Пурга, ну мы видели пургу. Оживление мертвецов, светоч надежды. Союзники восстанавливают максимально возможное число очков здоровья при исцелении, а также получают преимущество при испытаниях мудрости и испытаниях против смерти. Проклятие, прикоснувшись, наложить на существо проклятие. Накладывает помеху на проверке испытаний, либо атаки, либо позволяет нанести дополнительный урон цели, либо лишает ее действий. То есть либо-либо-либо-либо-либо. Аморы-аморы. Но в мели. Ну ладно, пофиг, она может в мели. Дневной свет. Заколдовать предмет, чтобы он воссиял, как солнце, либо призвать сферу солнечного света, чтобы минус тьма вокруг. Фальшивая смерть. Стражевая печать. Ага, магический эффект. Массовое исцеление 4-7 есть. Защита от энергии. Снятие проклятия. Мне нравится проклятие, потому что ближний бой, потому что тематическое испытание по мудрости.
А также саппорт светоч надежды. Ну и классовый нужно. Давайте подготовим. Вместо чего? Раз лесом идет. Два лесом идет. Проклятие беру. А, и у него возрождение появляется на третьем круге заклинаний. Чтобы без свитков поднимать. Но у меня свитки есть пока, поэтому. Защитники, офигенная тема, защитники. А, призрачные стражи, видимо. Призывать духов, чтобы защитили вас. Находящиеся поблизости враги получают лучистый урон или некротический заход. Их скорость перемещения снижается вдвое. Да, круто, выглядит круто. Вау. Подлутываем упырей. Идем к Аргем. Клепанный кожаный доспех, длинный лук и шепчущая маска. Вот такие базовые вещи. Что же они такие? А сейчас ты решила забраться поэтому, да? После того, как тебя послали прыгать. А, все-таки прыгнул. Выцвевшая записка. Читай это каждое утро. Не забывай, она тебе не друг, она тебе не родная. Не ешь ей еду, если только она за тобой не следит. Не пей ее чая, если только она за тобой не следит. Не носи маску, не носи маску, не носи маску. Поверх всего остального большими жирными буквами написано ложь. The cake is a lie. Да? Тетушка рада тебя видеть, золотце. Ясно. Ну что, группируемся? Туда не попасть, там может прыгнуть можно. Ух ты, да. Прыжок. Ой, ты господи. Ядовитые облака, огромная пещера, клетка в конце. Ловушка. Внимание, провал. Да. На продыхе можно помещать тяжелые объекты, чтобы закрыть путь. А, это как Divinity, помните? Вон продых. То есть берешь какую-нибудь бочечку, ставишь и все. Тяжелый объект. Давайте попробуем. Подождите, мы же Внимание, провал, провал, провал. Там такое количество ловушек. Там такое количество ловушек, ребята. Интересно, смогут товарищи... Ну, а Карлок вперед, потому что у нее с выживаемостью хорошо, она замечает, насколько я понимаю, ловушки. Может было по левой стороне пройти? Нам вообще сюда нужно. Давайте делаем группу и приказываем всем сюда идти. И надеемся на то, что ребята там не попадутся. Ребят, вы чё? Ну, ребят. Нет, Карлок, нет! Не хотят идти. И правильно делают, что не хотят.
надо. Жесть. Удачи нам. Проводим по одному. Восстанавливаем. Гейл, удачи тебе. И остался сокол. Ну, проводим по одному, что вот эти вот сплэш-выстрелы... Сплэш-взрывы не действовали. И после того, как мы часть ловушек уже увидели. Дальше, соответственно, можно легкий отдых сделать. Надо было сначала... Дошли. Древняя обитель. Кривая клетка там сидит. Там сидит. Вон там, в клетке. Да, идем потихоньку. Внимание, провал. Ой, кажется, сейчас... Фу, ребята, ребята. Опять ловушечки у нас. Ой. Ой-ой-ой. А вот и она. Ты приходишь в мой дом, лезешь в мои дела. А теперь тебе хватает наглости бросить мне вызов в моем логове. Дерзкая ты тварь. Я тебе хребет вырву, сволочь ты эдакая. Я на твоей крови похлебку сготовлю. Будешь жить, пока весь мозг у тебя из костей не высосу. А потом я тебя воскрешу и повторю все сначала. Надо ее убивать. Надо ее убивать. Убирайся отсюда, прошу тебя. Слушай, я дура, я тебя спасаю. А, все! 5-го уровня она. Так тебе нужна эта девчонка, отлично. Получишь ее жареной. О-о-о-о! Тетушка Этель, 5-й уровень, 4. Что, блин? Что? 144 хита. Сколько? Сестра всевидящая. Какая грязь? Да как? Тут 145 хитов, они... А, еще и клетка у нас горит. То есть у меня якобы есть всего лишь 4 хода? Что? Ну, а потом она упадет. Так, что у нас, сестра? Может быть, нам достаточно только одну убить? Я богабу. Это Этель или Иллюзия? Короче, какая-то из них... Нам нужно только одну убивать. Причем, когда они действовали, она... Кажется, одна из этих двух настоящая. Ну, очевидно, вот это вот настоящее, потому что, видите, позиция выше, там бафы видны. А здесь вообще не отображаются. Может, из-за того, что я не достаю до них? А в теории, что я могу сделать? Я могу... Может быть, ледяным лучом можно по это самое потушить.
Есть такая вероятность. Ну что, Карлах, скорее всего, будет сейчас в... делать бешенство. Она при этом же еще не может бутылку прочитать, да, сделать. Ориентировочно сюда идем, недостаточно действий. Может, все-таки у меня есть какое-нибудь еще зелье. Какая разница, зелье, не зелье, если у тебя бонусных действий уже нет. Блин, как же жалко, что я... Может, ездили скорости. О-о-о! Давай зелье. Лечение зелье скорости. Два класса брони. Преимущество скорость перемещения увеличивается двоем. Но опять же, я не могу его использовать пока что. Там не скорость, а ускорение вообще еще. Ну, допустим, мы подлечимся. Но что-то Карлах, может, стоит сделать. Ну, а стрелять толку нет. Это слишком низкая меткость. Оба СП привет. Да. Просто если я полезу сейчас... С 50 хитами, даже под яростью, там застреляют меня так, что мало не покажется. Плюс будет сложно кастануть. Ну что делать? Надо лезть. Давай, родная. Жалко, что не достаю. Прям жалко-жалко. Давай я тогда ее зажгу. А, это была иллюзия. Это был не Нескафе. Там... Ну и чё, по кому стрелять? Тут бы миселя зашла бы хорошо. То есть выходил бы Гейл. А у тебя есть миселя? Кажется, я её убрал. И он там по трем целям бах-бах-бах и смотрит, кто настоящий. Давай. 90 сколько мимо? Очень интересно. Так, погоди, что у тебя из нового? Защита, устойчивость, кислоты. Громом, кислотой, молнии. Может быть, имеет смысл Карлах сейчас бафнуть. Закрепить, потому что иначе она все... Там же кислотой меня пробивали, да? Давай попробуем. Кислота. В смысле в недосягаемости? А, коснуться существа? Твою ж дивизию. Призрачно я не дотянусь. Давай тогда подлечим. Попытаемся хотя бы. Карлах, а то у нее... Ну да, такое лечение, что... Что ж делать? Ну, есть опция сделать блесс на троих. Как бы поулыбаться так. Что кажется, Карлах уже все. До свидания. Прорваться дальше. Да, у Гейла нет мисели. Я бы сделал Сокола ускорение. Пропа.
Успехов нам. Дело назад. Паралич на сокола, здравствуйте. Концентрация на этом. О, пройдено, паралич. Испытания прошли. Концентрацию сняли, ускорения нет у меня. И паралич не прошли испытания. Клетка горит. Тушить. Значит, ничего не найдет. А. Можем ли мы как-то потушить клетку? А, подожди, у нас же Гейл есть, да? В параличе. А тут все в параличе, кроме нее. Ё-моё, а есть опция как-то с... паралич, кроме как... Нет, куда ты, я не так... Я не это тыкал, дурак. Это элементальный урон, забей. Только с водой. Наверное, вода надо просто искать. Вода есть. Вода. Пытаемся метнуть. 100% смерть. Что, блин? Вот так. Потушили. Ну, как бы, на этом мои полномочия, все. Окончено. Ну, парализ и все. На 33 просто в лицо. Твою налево. Чё по испытаниям? Хоть кто-нибудь пройдет проверки? Не прошли? Не прошли. До свидания. Такая она злая, конечно. Сокол тоже скорее мертв, чем жив. Ёшки-матрёшки. А, к этому бою прям надо готовиться. Прям готовиться надо. Давайте сейф юзаем. Ну, нужна миселя. Там второго, третьего левела, сколько там по целям. По всем целям гейлам проходиться. Занять заранее позицию, потому что у них там урон 20-30 с руки. Жуткий. И пока ты механику понимаешь... Да не, сейчас разрулим. Надо просто мага подготовить правильно. То есть ему нужна... О, нет, нет! Ладно, ребят, я верю, что вы дойдете. Просто дойдете. Просто побежали. Почти. Давай. Ну, ребята! Твою мать! Не поднимайтесь, спускайтесь, все спускаются. Все, идем сюда. Давайте, все за бобром. Ох, какие же вы медленные-то, ёпрасоте. Да все нормально будет, не боитесь. Все в сборе. Почти все, да. Там-та-ра-ра. Сейчас легкий привал, восстанавливаем здоровье. Берем Гейла. Мне нужна прям базовая... А чё, я не могу?
Я не могу выучить... А, вот она. Вот, волшебную стрелку ставим. Я бы даже еще привал сделал основательный. Потому что заклинания, ячейки заклинаний не все. Так, сейф. Лагерь раскидываем. А, лагерь нельзя? Почему? Нельзя совершить, не пока в опасной зоне мы находимся. Красненькая, это, видимо, опасная зона. Ну что ж, удачи нам. Что нужно? Нужно тихой сапой пройти всеми как можно дальше. Она нас видит. То есть мне нужно зайти сюда, перепрыгнуть. Главное, не поворачивайся, дура. Чем ближе я к ним, тем лучше. Они рейнджовые, до них нужно доставать. Лесной камень. Конечно, я сразу лутаю. Оп. Эссенция, труп животного. И вот сюда заберемся. Может даже сплетануться. Хотя бы немножко. Такое впечатление, что сокола-то надо было сзади оставить. Не, тогда Блесса не будет. Ладно, чем. Опа, здрасте. Вот она. А, и она же раскидывается в разные стороны. На-на просто, Гейл. Сейчас Гейл вообще лечь может в первом туре. Ловушка, хорошо. Твою ж налево. Ой, две иллюзии на ловушке минус. Изи просто. Их остается всего три. Все нормально, я знаю, что делать. А первое, что мы делаем, это естественно, желательно второго уровня. Раз, два, три, четыре, погнали. Блэс, бах. Чтобы меньше мазать. Дальше вызываем... берем Гейла. И он такой... Раз, миселя. Три штучки, да? Высокая степень защиты, высокая степень защиты. Подходим вот так, да? Ты же достаешь отсюда по третьей. Пробуем. Раз, два, есть. Ах ты тварь. Все, и одним базовым заклинанием универсальным мы избавились от всех иллюзий. Дело осталось за малым. Я бы рывок сделал. Карлах куда-нибудь в центр побежал. И ловушки могут быть. Соколик ХЗ. Тоже, видимо, рывок нужно делать. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Как-то неудачно мы спрятались, да? Басит. Еще не... Давай сразу броньку поставим себе. А, она пока еще подержится. Главное, чтобы она тут же не переспамила все иллюзии. Половина только урона, плевать мне на тебя. Да.
Че, соколик? Импульс у него, проклятие. Fuck yeah. Fuck yeah. Че там по хостям? Та-да-да-дан-дан-дан-дан-бам-бам. Карлах получает ускорение. Но она, естественно, даже близко не подходит. Может, мы как-то через бонусное действие. 3 метра скорость перемещения, давай. А, не, у нее нет импульса. Надо было подходить сюда и пытаться запрыгивать отсюда. Да, криво, криво, Михаил. Криво. Ладно, ты можешь потанковать, если что. Сокол прячется. 91%! Серьезно, серьезно! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Попробуем Соколу немножко помочь лечением. Что еще мы можем сделать? Ну, у нас концентрация, как бы. Нам только какие-то простые вещи. Что у нас есть? А, у нас направляющая есть лучше. Вот его бы закинуть на нее. Но мы не достаем, кажется, на этот, на этом ходе, да. И он будет только третьего уровня. Можем третью защитную энергию сделать или пургу. Или призрачный страж, но нужно подходить ближе. Это вблизи. Рост растений. Да, не достаем. Может, массовые все-таки, может, пургой достаем. Концентрация минус будет, хотя у нее нет. Гасящие огни, создающие поверхности полет. Ладно, давай, на всех пробуем. Все, падает. Карлах. Она тоже, кстати, падает. Встает тетушка Этель. Пешится, сучка. Ой, извините, пожалуйста. Так, во-первых, давай Shadowheart попробует. Да, она не достанет, скорее всего. Надо пробовать все равно. Ну, закидывать в нее направленный луч. Может, и подействует. 50 на 50. Есть! Соколу надо чуть-чуть подойти, главное не грохнуться. Да, он ловкий. Если ты смелый, ловкий, умелый, Сокол тебя зовут. Да 70. Он промазал 94, потом 91, сейчас 70. Какого лешего, алло? Это не гуманоид, оказывается. Что-то и масла не хочется. Ослепляет, затемняет попавших с... А давай. Слепота. Слепота, кажется, вообще великолепная на кастеров штука. Таргет не сделать. О! Мы ее спасли как-то. Я не понял, как. А, это вот это вот... О! Стоп, она идет вперед. Промах, нано. Извительная насмешка не прошла. Так, ну здесь маловато у нас изображений растений, животных. Что делать? У нас заклинания закончились. Изгнание нежити, конечно. Оберег — это оружие. Наставление, проверки характеристик. Это концентрация. У нас закончилось это. Блин, а что делать? Вообще, веселее ее тыкать, что ли? 4%. Охренеть. Я не смогу. Это может упасть. Вообще изи. For
Может быть, Shadowheart что-нибудь из свитков найдет интересного. То есть у нее остались фокусы-покусы, она может... Пока она дойдет до туда. Заклинаний просто нет уже. Можно зелье влечения какое-нибудь метнуть. Можно какое-нибудь, в принципе... А что у нас по зельям? Давай зелья, в принципе. Лечение, лечение, общение, сна. Здоровье. Эликсир кровожадности есть. Это на убийство противника. Что у нас в целом есть, что можно использовать? Сон пылающие руки, паутинка, масло, ослабляющий луч. Ну, по мудрости она наверняка мудрая. Давай просто... Просто кинем в нее ерунду. Путь перекрыт? Как-то путь перекрыт. Во. Поезд просто тикает, горит. Ай. Брызги яда 55. Дальше ей плевать. Прыгаем. О, хорошо. Карлах раз попало 50. Два промахнулась. Она очень плотная. Насмешка над соколом. И он начинает лежать и ржать, видимо, да? Лежать и ржать. Луч болезнем. А, не, не лежит. Надо с места пытаться. Преимущества нет. Может, мы какой-то... Там наверняка у него стрелки есть. У него же концентрация наложить немоту, стрелка хорошая, например. Блин, промах, понятненько. Все понятно. Карлок, что по ярости? Бешенство. Яростный, бешеный. Яростный, бешеный, бешеный, яростный. Что по урону? Давай, слишком низкая точность. Погнали. Раз. Два. Надо было особыми ударами, которые... Заход. Невидимость. О, нет! Их опять тут. Извините. Три штуки минимум. У меня есть еще последнее заклинание. Раз, два, три, четыре их минимум. Достану ли я до правой? Раз, два, три, четыре. Капец, какой же он полезный. Иллюзию убрали. Главное слева. Во, и она появилась прям глаз. Вообще круто. Если это не Шимида, напишите, что это. Вот просто, вот если это не Шимида. Это точно Шимида. Я тоже думаю, что точно Шимида. Бешеный удар, раз. 75, атака 2. Да 52, твою же дивизию. 75 еще. Не спрятался опять. На, 18. Сколько осталось?
19 хитов. Потихонечку душим ее. Что-то сокол под этой... О, подожди! Подожди секундочку! Убивать меня? Только время терять. Все равно вернусь, я всегда возвращаюсь. Always will. Ну, в общем, процедура гадостная. Так что, может, поговорим, как приличные люди, а? У меня есть кое-что, что тебе нужно. Не, надо добивать, я чувствую. Это я хитрит, мочить, мочить. Я хочу, чтобы Марина была жива и свободна. Не-не-не, она и так жива. Мне нужно кое-что, твоя голова на пике. Нет, нет, Светик, не надо. Не надо так говорить. Дай мне уйти вместе с девчонкой. И я дам тебе силу. Хочешь быть сильнее, крепче, умнее? Статы дают. Все возможно. Плюс очередную очку характеристик. Только оставь мне девчонку и младенчика. Если бы ее сила чего-то стоила, мы бы не одержали над ней верх. Кончай с ней, с этим. Это тебе выбирать, лапочка. Так, обман. О, да, кстати, можно попробовать кинуть. Варвар череп запугивания. Типа, чтобы она дала статы, но при этом мы ее мочканули. Я заберу себе девочку и силу, и все остальное, или твой череп в качестве ночного горшка. Погнали. Две проверки. Есть, пятнашку выкинули. Ах ты жалкая дрянь! Fine. Ладно, here. Вот. Это, видимо, мои статы. Я этого не забуду, лапочка. Уж я тебе обещаю. Но наша сделка. Как же мой муж? Что с ним теперь будет? Сделка отменяется, овца ты безмозглая. Скажи ей спасибо. Да и пожалуйста, другую себе найду, такую же сочненькую. Лавочку свою могу открыть где угодно. Всем нужны варки, припарки. Харизматичная, классная. Удачи. Не, подожди, я хотел ее убить. Когда мы снова сведемся, у тебя будет щупальце вместо языка. Пока-пока, цветик. Ах ты, сволочь, испортила, ты все испортила. Вот она, благодарность женская. Какая интересная у тебя благодарность. Тебе еще спасибо, надо сказать. А по морде получить не хочешь? Хо, Этели обещала моему мужу вернуть. Вернуть из мертвых. А теперь я больше его не увижу из-за тебя. Да у меня свитки воскрешения есть. Алло, это жрец пятого уровня с заклинанием третьего воскрешения решит твою проблему. Зачем ты обращалась к каким-то темным вообще женщинам? Не все, все из, не из-за меня, из-за тетушки Этель. Не будет так наивно. Может, хватит ныть уже, все закончилось. Не закончилось. Зачем было портить мне сделку, когда я почти получила то, что хотела? Еще немного, и родился бы мой ребеночек. И все это бы закончилось. Все бы только началось. Ты собиралась обменять своего ребенка на мертвого мужа? Не смей меня судить. У меня ничего, за душой нет, ребенок бы рос в лохмотьях. Тетушка Этель обещала, что ребенка будет все хорошо. Она даже обещала научить его магии. Вот тупая. Я бы ничего не смогла бы сделать. Да, насколько я могу судить, с тебя выйдет ужасная мать. Да, наверное, это правда. Этель мне то же самое говорила. Теперь мне придется тащить гроб Коннора домой. А то у ребенка даже могила отца не будет. Надеюсь, тебя это радует. Так, и мы получаем... Она выжила, ребенок выжил, отца можем спасти. И мы получаем кусок... Короче, плюс... Плюс. Плюс, конечно, к ловкости мы получаем. Все это соколу. Там у нее девятнашка будет. Кажется, уже сейчас девятнашка. В скобочке 17. Да ладно, почему ловкость 17, алло? А, 3 порча.
Не, подожди. Серьезно, я же качал ловкость вроде как, нет? Или это я у рейнджера качал? Но бой был бы гораздо... Ну, если бы меселя была вот базовая, что за один ход ты фактически по четырем целям гарантированно попадаешь. Там 100%. Бах-бах-бах. Можно было и с первого раза бы закрыть. Но кто же знал, кто же знал. Что у нас тут? Группируемся, видимо, выходим. Клетка. Выходим. Ой, куда это мы прошли? Ой, тут безопасное место. А это что такое? Грибной круг? Что? Грибной круг? Так и есть. Легкое лечение. Зелье скорости. Голова свиньи, кости, гриб и письма. Посох ведьм есть еще какой-то. А, стата в инвентарь все-таки упала. Я просто не видел ее внизу. Волосы тетушки Этель. Съесть. 18. Ага. Ну, учетный этот, плюс единичка к точности, к, ну, как ко всем проверкам, где ловкость участвует. Зелье скорости. Вечно видящее какое-то око. Давайте почитаем. Это письмо написало дрожащими каракулями, написанное, и все заляпано чернильными пятнами. Дрожащая сестричка. Ой, тут ведьм несколько, видимо. У тебя все в порядке, милая. Поверить не могу, что ты позволила какому-то щенку тебя кинуть. Я бы со стыда сгорела, но не переживай. Мои красношапки уже прищучили паршивца. Сейчас... Они как раз беседуют с ним о прекрасном. Визжать он перестал только несколько ночей тому. А теперь только ноет. Он сдохнет, страшно желая о том, чтобы посмел расстроить коргу. Полубезумевшая мамашка, ты так хорошо меня знаешь, у меня найдется для нее примиленькая масочка. Угу. Там было два письма. Ага. Письмо к... От и... Блин, как это? Вот. Слыхала, дела у тебя тут не слишком бойко, не переживай, я тебе подкину работенка. Один из моих клиентов уехал из врат Балдура, не заплатив. Мы люди напали на его след на берегу Чиантары, уверяют, что дорога непременно заведет его в твои владения. Поступай, как знаешь. В обмен могу предложить тебе девочку как раз из таких, каких ты любишь. Ее мать тронула с умом, и мои люди нашептали дочери, что ты могла бы ей помочь. Я отошлю эти к тебе по обычным каналам. У них сетка. Сеть доставки... Что это? Горькое расставание. Так, посмотрим. Дневник обновлен. Спасти Майрину. Спасти Майрину. Мы нашли жезл, надписанный именем Конора. Быть может, с его помощью можно оживить мужа Майрины. Угу. Тут масса колец, видимо, от людей, которые у нее были. Посох ведьмы. Посох ведьмы. Это что, плюс 3 дробящие? 4. 1d8, 1d6 плюс... Луч болезни. Возможность повалить. Боевой посох. Ту. Письмо, свиная вырезка. Ну, ладно. Собираем еду. И это сайт-квест, понимаете? С продуманным боем, с несколькими уровнями, с там, с письмами, текстами, с NPC-шками. Сундук из лозы. Здесь у нас зелье скорости. Эликсир бдительности, инициатива. Не могут захватить врасплох. Выдающихся прыжков. 3 раза увеличить дистанцию прыжка. У-у-у. Да все, сокол уберем. Из зелий ненависть матери, поцелуй безумия, нарушенное обещание, потерянное время, бабочки в животе. То есть эликсиры разбитых мечт, например, разбитые мечты, потерявшиеся питомцы.
эликсиры, которые вызывают определенный эффект. Слабоволие. Каменное сердце. Все берем, вдруг пригодится. Алчность любовника. Так, и грибной круг. Это больше похоже на портал какой-то. Да, так оно и есть. Это где мы оказались? Прогулка по воздуху. Карлок получает вдохновение. И опыт. Рядышком Майрина, ее мужа. Она как раз рядом стоит с гробом. И надо попробовать воскресить ее муженька. Ну, не знаю, что будет лучше для него. С такой женой, блин. Давайте поговорим. Боги, я тебя не услышала. Знаю уже, что пора домой возвращаться, но не могу заставить себя уйти. Как подумаю, что надо укладывать его на тележку и обратно проделывать весь этот путь. Я нашел жезл и, кажется, смогу воскресить твоего мужа. Правда? Ну, конечно, я же сокол. Смотри, какая штука у меня опасная. Ты чувствуешь, как от жезла исходит сила? В воздухе появляется едкий привкус. Жезл хочет, чтобы его использовали. Верни его! Верни мне Коннора! Умоляю. Какая же ты истеричка. Переломить жезл пополам. Опа, ребята. Резаем. Направляем в сторону гроба. Ой, а и нужен ли ей такой муж? Что происходит? Почему он мертвый? Ой-ой-ой. Ну, есть нюанс. Ты ощущаешь странное напряжение. Существо зовет хозяина. Что ты с ним сделал? Я сделал? Ты вообще тупая, что ли? Я не пойму, что? Это создание, привязанное к жезлу, может оказаться полезным. Так вот, как Карга выполняет свои обещания, с ним ничего не бывает легко и просто. Может, это пройдет? Пройдет? Да у него куски отваливаются. Я хотел, чтобы он вернулся, был таким. Ну, не таким. Это твой муж. Ты хочешь его или нет? Не беспокойся, жезл у меня найду. Ну, короче, мы сможем зомбаря через жезл вызывать, видимо. Мы можем похоронить его снова. Прикончить мерзкую нежить. А, спрашиваем, давайте с первого. Это твой муж, ты хочешь его или нет? Коннор? Абр? Я даже не знаю, его разум вообще там или нет. Но вдруг он там. Если так, я найду и верну. Вот жезл, удача вам с Коннором. Любопытно. У меня такое впечатление, что если мы ей отдаем жезл, мы ее где-то впереди по игре можем встретить. То есть я бы хотел ее повстречать, посмотреть, как ситуация разовьется. Ну, заберем, если мы заберем жезл, то, скорее всего, у нас появится артефакт магический. С его помощью мы сможем вызывать этого зомбаря. А также, как мы через рок вызывали этих огров. Ну, то есть механика понятна. А в первом пункте есть интрига. Вот я хочу дать ей жезл, и пусть она как хочет с ним. Отдаем. Спасибо. Но нам понадобится не просто удача, а настоящее чудо. Я найду какого-нибудь волшебника. Может быть, кто-нибудь во враг... О, она переходит во второй тип акт. Коннор говорил, что в этом городе можно найти что угодно. Помнишь? Ну и, в общем, спасибо тебе. Пойдем, любимый. Нам пора. Вау. Его пошли. Смотрите. О, я бы еще вот этот угол исследовал. Гоблинский тайник. Информация появилась о нем. Классно.
Классно, классно. А наверх мы возвращаемся в чайный домик. Что по заклинаниям? Я же там растратил все. Это пустая, это пустой. Да, желательно бы передохнуть. Давайте в лагерь. Болото роскошно. Тут такие пейзажи классные. И это сайд-квест, чтобы вы понимали. Сайд-квест. Отдыхаем. Столько заклинаний новых, столько возможностей появляется. Экипировочки после карги. А может попробовать на... жестким сражением сегодня, хотя бы начало 12-го уже. Да я думал пойти вот здесь посражаться, через горный перевал. Но там еще местность надо исследовать. И тут достаточно долго. Ладно, давайте тогда на сегодня все. Завтра точно у нас финал, матч за третье место. Сори, что сегодня пропустили полуфинальные матчи. Я даже не знаю, какие были результаты. Потому что там наложилось на встречу, которую нельзя было переносить. Но завтра в 2 уже железно. Сначала матч за третье, потом финал. Там Happy, Link, кто остался, Colorful, Lalight. Просто я не знаю, какой порядок. Вот, а вечерком Baldur's Gate. Ориентировочно закроем сначала вот эту южную часть, там где тайник. Потом пойдем уже сражаться с пятым уровнем вот этими товарищами проход. Классно. Вообще игра, конечно, мега проработанная. Контента здесь миллион. Пейзажи отличные. Баланс и дисбаланс. То есть по механикам вы можете, особенно если знаете, что вас ждет, прекрасно просто использовать особенности игровой механики. Ну вот, простой пример. Я у мага эту волшебную стрелу убрал там, начиная со второго уровня, потому что, ну, типа, это базовые заклинания среднего урона, но его колоссальный плюс, ну, конкретно это заклинание здесь тебе на карге позволяло ее ультимативно фактически контрить. Просто нет иллюзии. А так каждый бахает по 20, по 30, потом пролечи еще каждый кидает. Жуть. Вот, все, хорошего вечера, переходите на другие стримы, спасибо вам большое, что смотрите на goodgame.ru. Низкий поклон XTGL, Шинда, Квирту, всем, кто смотрел, пока. World Sitter, отдельный респект тебе.